Слава, ты думаешь, что у нас нет 10 людей? Ну, в этом, конечно, блядь, неприятная ситуация произошла. Ну, охуенно, блядь, и как нам играть? Смотри, мы хотим выиграть? Да. Ну да. Конечно. А можно позвать самурая? Он умеет играть? В складе, он не в складе. А что проблема будет? Ну, блядь, у них Жожа, Жожа тоже не в складе, знаешь. А у них Жожа будет? Ну, походу, да. Ну, ты хотя бы можешь уточнить, блядь? Пиздец. Сейчас спрошу. Братан, хватит. Фу, без ответа. Ну, братан, пожалуйста, эй. Так, сейчас, братишкин будут. Алло. Здорово, я стримлю еще. Пойдем болтать. Здорово, пойдем. Ёбаный в рот, дядь, я тебе пишу. Ой, блядь. Братан, я еле проснулся, нахуй, еле глазеньки, блядь, растопырил, блядь. Я только вот прямо только что. Сейчас, блядь, приедут таджики, будут выносить, блядь, мне этот стиральную машинку. Ага. Это сколько по времени? Понял. Они вот в течение часа, сейчас с минуты на минуту они должны завести. Но у меня же стрим свой еще должен быть. Ну да. И типа, если 2 часа плюс час, ну то есть 2 часа развития и час на пизделку еще, да? Условно? Ну давай 1.5 часа развития, час на пизделку. Я стрим, я сейчас так случайно напомню вам, я стримлю. Да, я знаю. Все. Сижу уже. Я про то, что часа вчера вообще вполне хватило, я тебе так скажу, все в алмазке бегали. Ну то есть сейчас, по-твоему, это нормальное время? Угу, оптимально вообще. Ну да. Тем более 10 на 10 играем. Ну давай. Так что я тебе это... Давай, сможешь как-то, я не знаю, чем-то позаниматься, пока мне, блядь, или без меня начать, потому что у меня, блядь, сейчас приедут эти, опаздывают. Ну давай. 1:30, давайте пишут. До часу, блядь, приехать в итоге. А ты там нужен 100%? У тебя никого нет, да, кроме тебя дома? Ну конечно, у меня, я дома, блядь, сижу, и они будут у меня дома это выносить, я же должен. Так. Слав. Да. Катюхе скажи, чтобы инсту почекала, потому что она мне писала, чтобы я ее записала к своему. Давай, она спит, она спит. А, спит? Да, у нас режим с ней очень такой спортивный, блядь. Да, я охренел. Мы, блядь, спим до последнего, нахуй, до тех пор, пока уже вообще не захлебнешься мелатонином. Ты за сколько встал-то сейчас, блядь, за 5 минут? За 5 минут. За 3. Я прям подскочил, как ебла, знаешь, как будто, блядь, у меня, не знаю, как будто какой-то припадок начался, блядь, сонный паралич, нахуй. Он взлетел, и все, и полетел. Так. Окей. Сколько? У меня стаки не собраны, я веселый парень. У тебя и собраны еще? Не, сейчас они все сидят, я сейчас 5 секунд, блядь, они все собраны. Ну вот у меня тоже, как раз, я в процессе. Ну давай так, а что, я не знаю, сколько еще раз ты говоришь, надо подождать? Бля, минут 30 точно. Ну все, давай. А сервак там? Я вот сейчас пока займусь вот этим, да, там будет зона, там все будет. Все, хорошо, если зона... Давай, я тебе, слышишь, я тебе ВК буду писать. Да какой ВК, в телегу, ты зачем телегу мне стрельнул? Ну тоже верно, давай. Давай. Тракт. Алло. А, у меня тут еще Алло. Есть. Слава, мы с тобой не общаемся еще. Я понял, хорошо, давай так. Мне надо, ребят, мне надо с Макритским пообщаться. Кто-то может передать ему сообщение? Давай, я передам. А, Ром, что делать? Ром, что делать? Да, Ром. В смысле? В смысле? Рома говорит, в смысле, что делать? А, смотри, передай Роме, что очень интересно вообще. Кого мы зовем? Самурая зовем? Мы самурая зовем, что Слава у них за спрашивает. Можно вопрос? А почему? Что у них за составы, Слава? А нахуй вы передаете друг другу, вы че ебнули? Ну, не общайтесь со мной, бля! Я че, я передаю. А, я забыл спросить. Ну, спроси полностью состав. Ну, типа, если Майнкрафтер играет не со склада, то... Не-не-не-не-не. Нет, я вам дам серверы и пойду тоже собирать Майнкрафтер. Все, подожди. Вова. А, напиши свой стак. Просто сегодня такой день, что ты выбрал всех дела. Блядь, сегодня вообще пиздец день. Так, все, я ему написал, короче, я спросил за его стак. Страхни меня. Да зачем тебе надо, братанчик? Бля, брат, я проснулся буквально 3 минуты назад, нахуй. Я проснулся в 9 попросту от того, что дело на другом конце, и это не отложено. Да, блядь, долбоеб, конечно, ребят, первосортный. А что у тебя за наушники, реально? Это Steel Series, блядь, железная серия, какие блядь. Какие уебанские пиздец. Ну, вообще, у меня реклама, я потом буду... А, да. Охуенный, братан. Да. Про Logitech говорите, да, наушники? Да нет, ну, блядь, конечно. Спасибо за 100 чаров, Олегрик. Конечно, пиздец, блядь. Так, короче, блядь, пока есть время, мне нужно научить Майнкрафт играть. Че ты такой хардкор? А ты играть будешь? Да. Да это вообще пиздец. Да заебли, да нормально все, мужики, ну вы че? Алло, не, ну не, давай, не, заходи в Майнкрафт, крип ебаный. Я просто обозреваться. О, член строго, спасибо за 100 чаров. Так.
Чем мы зовем самурая? Ну, я, ты спроси состав. Я спросил. Так, сейчас. Бля, он голосовуху записал, бля, надеюсь, там ничего не лишнего нет, сейчас. А, слышь, а Вова говорит на какой-то 16.4, говорит, что версии какие-то. Говорит, у нас 1.8, типа, если... 1.8, да, написать? Сервер, да? Ну, у нас 1.8. А. Правила диктуем мы, нас меньше. Да. В смысле нас меньше? Нас 9. А, нас самурай. Все, мы больше... Злой не будет, злой меня написал, что его не будет. Да, я знаю, Откат, пацаны, блин. Главное, паттерн. Сейчас, я... Сейчас я пытаюсь, блядь, состав допроситься. Братан, во сколько на хантику едешь? Пожалуйста, научись играть в Майн, это имбейшая игра. Во сколько хантику еду? Сейчас, ну, играем быстренько. Мы чуть уменьшили время. Сколько вообще оптимально, Ром, будет время? 2 часа это много на развитие. Да. Полтора лучше. Полтора, да? Да, я бы на нашем, ну, типа, я бы играл на 1.8, типа. У нас просто все готово. Я им написал. Какой 1.8? Давай. Мы уже привыкли к 1.8, шеф. Да какой там нет ни щитов, ничего. Какой шеф, извини, блядь. Там нету щитов, я про себя. Ничего. И мы даже не знаем, что такое щиты, блядь, в Майнкрафте. Говно, что ли? Это говно, пиздец. На новой версии интереснее намного. Ну, просто мы ее не играли, вы ее играли. Мы уже все спауны запомнили, Вов, где алмазы там лежат. Они одни и те же, что ли? Да, мы везде не играем. Мы записали координаты. У нас же, блядь, у нас же сквад крысы, блядь, юба. Да, да. Мы не умеем, извините, блядь. Бля, не мешайте, я дышу. 1.16.4, я топлю идею. Ладно, Слава, удачи там, ты там один остался, давай там за нас посражайся, блядь. Сделай голосование, типа, нам на самом деле похуй, да похуй, давайте просто сыграем. Я хочу алмазов покопать. Мне больше не надо. Ну, там много обновлений придется. Я тоже все равно на какой версии играть. Мне нужно адаптироваться под новую версию. Я проигрок в этой игре. Ну, так. Завтра переносим. Как эти алмазы делать? Стоп, а если версия как называется? 1.16.4? Да, последняя. Да, да. Ну, все. Да, пока я вижу. 1.16.4. Давайте так выучим быстро. Говой дракона захуярю. Ты ж это самое... Сервак, брат, поменяй тоже на версию. Брат, состав нужен тебе. Рома просит. У нас Рома отвечает, блядь, за матчмейкинг. Ты слышишь, что я говорю? Состав — это вообще сейчас 5 секунд дело. Я тебе говорю про то, что сервак так... перенести тоже на 16. Да, это у все... нас плагин 1.8. Какой плагин? На щиты, на прозрачные стены. Ультра хардкор. Так там типа командой что... делается, алло. Там не делается командой, у нас плагин 1.8. Ну давай мы на вашем сервере сыграем, если хотим. У вас есть сервер? У нас все готово на 1.8. Бля, парни, го КС купить на 5, ебанем. 10 на 10, блядь. Вова, а у вас видно границы, когда, типа, зону заканчивается? Да. О, может просто, ну реально, если там все готово, зайдем на... Ну давай на их сервер, без разницы. Мне вообще похуй, на каком патче, я сегодня не знаю даже, как броню делать. Я тоже вообще не помню. Для ПВП интереснее 1.16.4. Пацаны, новейшая версия или версия нажимать? Новейшая. Ну давай на вашем сервере. Все, тогда мы зовем Аида. Он у нас в скваде, сейчас я его приму быстро в сообщество. Я зову Зарк тогда. Ну, не тот, который у вас, а который у нас. У вас еще Зарк тоже есть? Да. Типа в каждом стаке есть Зарк, что ли, который у сперма во рту? А кто у вас в стаке Зарк? Извинись, блядь. Давай не пизди, блядь, под руку, блядь, молчать нахуй. Ебало, вали. Не перебивай шефа, блядь. Меня? Да, не перебивай сам себя. У вас тоже, да, это загрузка идет. Ох, ебать, козюльки, блядь. Ой, приезжайте в Сочи, блядь, в Сочи хуя. У тебя вообще борода растет? Бля, у меня такая уебищная борода, знаешь, я не знаю, как на жопе, бля, волосы такие. Слава. Какие-то. Не, а вообще растет у тебя? Слава. Ну как тебе сказать, блядь, ну чтобы не спиздить. Ну растет, ну так себе. Слава. Да, допустим, я тебя слушаю. Иксай, слышишь? О, ты придешь, Илюх? Ты что, долбоёб? Бля, я думал, ты не придешь мне, Илюха, знаете, что пишет? Я пишу Илюхе. Илюх, GoDS, он пишет: я сплю, сори, не приду. Вчера завязал в кальян до 8 утра, проспал стрим Макритского, и к тебе не приду. А тебе никого это, блядь, не напоминает? Нет. Долбоёб ты, ебаный. Не, ну какие-то... Знаешь, вот так издалека, если приглядеться, что-то есть схожести какие-то?
Цивилоном. Это косплей на тебя, уебан. Да я понял. Спасибо, что, блядь, сказал. Ты видел, ты новый альбом дропнул? Да, видел. Такая хуйня, да? Поздравляйте, слышите, Люх Ляо? Да, спасибо. Это плейлист. Там, типа, ну, вообще на треках больше гораздо. Макриц, брат, спасибо большое за ироники. Какой лист? Сейчас меня зовут. Это только... Какой лист? Ну, типа, Крэш Бандикут? Список. Я говорю, это на плейлисте только лям прослушаем, так их больше. Играющий лист? Надеюсь. Ты понтуешься? Бля, братан, скажи честно, ты 3 дня в Дискорде заходил, потому что ты, бля, все треки прослушал, чтобы, блядь, лям набить? Он ждал, пока просмотры соберут, да, чтобы зайти повъебываться. Не, я же... Поздравляю тебя. У тебя платиновая получается сейчас это, дискета, да? Или как там ее? В смысле? Пластина. Нет, там, не, там как-то не так это делается. Платила, постилка у тебя, да? Постила. Постилка, это ты моя. Бля, ты заебал, подожди, на какой-то подсос, блядь. Я жду, сейчас смотри, я сейчас жду IP от братишкина, мы залетаем и ебем их в сыр, блядь. Смотри, я сейчас один из самых сильных игроков, типа, если объективно быть. Парни, блядь, вы объясните мету какую-то, типа, что надо делать? Да. Ты умеешь в Майнкрафт играть? Не, блядь. Смотри, последняя версия, ты умеешь? Там щиты, говорят, есть. Ну, щиты, это, блядь, не последняя версия, друг. Короче, ты умеешь? Рома слился? Да ты почему? Ты не помнишь, как мы на серваке играли, блядь? Короче, смотри, братан, у нас страда такая, мы час фармим, потом идем пиздиться, все. Я понял, есть... блядь, чел. Да мы выиграем, блядь, чел сыт, я сейчас позову кентов. Нам, смотри, страда, надо построить быстро портал в ад и сходить за зельями, потому что зелье очень дофига через. Ну это да, я понял. Я, блядь, я нахуй, возможно, вспомню, как построить портал, не используя алмазную кирку. Зелье раздобудем, и там пиздец будет. Просто половину добываю. А кто в складе еще из майнкрафтеров присутствует? Просто, я с альфа нахуй в Майнкрафт играю, вы что, ебанулись? Ну, правда, я никогда вот этот хардкор не играл. Так, сейчас каравай напишу. Ой, Милон, спасибо, друг, что читаешь сообщение. О, ты будешь, брат? Не, я еду Гвина забирать. Понял. Ты стримишь сегодня, Ваня? Блять, Карабелла спит, ебать, устрица ебаная. Я хочу забрать, хочу с ним пообщаться. Бля, красава. Офигеть, вы видели, какая менюшка? Не самый лучший период его жизни. Нет, ты реально, бля, большой. На последней версии. В такой этап, типа, нужно, блядь, поддержка, типа, дружеская, это вообще охуенная тема. А он именно к тебе приехал или просто в Киев? Ему просто нужно в Киев, но он едет на автобусе, и он там, его в пизде Киева выкинут. Типа, я поеду его забирать. Хорош. Да, реально, плюс реп, нахуй. Он же, типа, в Киеве не жил. Он сейчас, блядь, нахуй это, заблудится. Ну, он может у меня, но, по-моему, его Индианыч сказал, что заберет. Да, Индианыч говорил. Точнее, он мне про Индиана вчера говорил, с ним общался. Оп! То есть ты не стримишь, что ли? Да? Нет. А завтра что у тебя? Когда турик по КС? Короче, с туриком по КСу есть некая проблема. Я надеюсь, что она решится быстро. А что там? У меня, короче, 2 турика по КСу накладываются друг на друга, и я, типа... Бля, зарубежные кейсеры — это просто такие... В смысле, ты хотел зарубежный позвать? А у меня есть. Кто? Уже 4 человека. Украинцы, типа? Нет. Зарубежные кейсеры, они такие, бля. Это бумыч, да? Нет, это два разных. Марк. Да. Я говорил, что с ним невозможно общаться. Просто невозможно. Да, блядь, я с Пашей Бизнесом тогда пытался договориться, блядь. Пиздец вообще, дорога. Лёха, пошли, я тебе сказал, да, есть сейчас. Чё, мы идём играть? Да. Пашок, я с тобой буду ходить. Это Паш, помнишь, мы с тобой сегодня играли? Ебать его, сыр, нахуй. 1-1 выиграл. Пусть быстро вечно, он тут мясо добывает, блядь. Меня просто на мясо габиан отправляйте, блядь. Я не знаю, что делать. Так, максимум да не сы, мы их отпиздим, блядь. Не знаю, чего вы так волнуетесь, блядь. Вот у вас все время такой... Всем вообще похуй, это Майнкрафт, да? Махрийский скал уже не будет, походу. Не все писали. Подожди. Почему не будет? Да похуй, проиграем, выиграем. Какая что, разница? Подожди. Мы ж по рофлу вообще... Конечно, мне главный. Вообще похуй, блядь. Вообще поебать. Я хочу просто поугарать там. Хотя у меня заебало сейчас. И ты мне, Слава, тоже заебал. Да я тебя вообще в рот ебал, я за губу срал, пиздюк ты ебаный, блядь. Не, Аида я не буду звать, ребят, потому что это не сквад. Но он слабый слишком просто. Ну и плюс, так, да, скажи. Плюс, конечно, уровень игры просто, ну, банально не дотягивает до уровня, допустим, того. Банально? Апельсин! Банально, бля! Просто уровень игры арбузно не дотягивает, бля, до уровня, бля, зарка того же, нахуй. Ладно.
Да подожди, я уверен, что братишкину даже половина со сквада не будет. Че вы, блядь, так мозги ебать? Не, ну если половина со сквада не будет, то она залетает Аид, ебать, просто ебать его, блядь, боеголовка, блядь, ебаная жопа, блядь. И это балдежно будет. Так, подожди. Вова. Что с суставом? И только хуже лишь тогда, да в железный сапога. Так, 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 а. Слямом внести, братан. Братан уже. В натуре? От души, братан. Бля, от души, братан, летчик, бля, ебал твой ротончик, бля, просто пиздец, твой батончик трахал, бля, жопный, бля. А вы сегодня к Хантику едете праздновать лямом внести, да? Ну конечно, бля, не его же ебучий день рождения, бля. Да нахуй надо. Согласен, бля. Пошел в пизду, бля. Не, ходи. Да, тихо, тихо, закройте рот. Почему? Почему? Ну я просто сейчас. А, понял, бля. Понял. Не, я с ним Хантику так отсосу его хуй, бля, вонючий, блядь. Это просто жесть, бля. Я просто вцеплюсь в его член. Сосать любишь, бля, мне вообще похуй, бля, да. Реально. Не, Хантику реальный респект, блядь. Я очень хочется ворваться к его однюшку и реально станцевать драм энд бейс, блядь. Это кайфовый кент, ебать его задницу, бля. Ну куда я ему зла навалю из менюшки? Ебать, менюшка солидная. А да я просто залечу в одиночку. Солидная. А еще это за... Я спалил, что... Можешь дракона убить, слава соло. Бля, ясен хуй. Ну давай. Создаю мир. Все, что тебе надо, и хуя решил. Драк. Последний вопрос. Во-первых, стак отправлен тебе, слава. Отправил я? Да, это во-первых. Смотри, Макрица, я читаю. А, ну там, тут ты только со склада, правильно позвал? Все, заебись. Там, да, это мои со сквада. Все, заебись. Которые есть под плашкой, которых нет. А, и только не из сквада, получается, Зак. Ну, это типа майнкрафтер. Как у тебя? Так, ну у меня майнкрафтера нет, и... ну ладно, плохо. Можешь позвать? Давай, я позову одного. Просто тут не 10 человек, поменьше у тебя будет. Давай, фикс. Смотри, в чем прикол. Точно уверены, что будем ультра-хардкор, блядь. Я уверен, откиснут все, блядь, ребят. А я не знаю, ультра-хардкор, а вот хардкор... От хардкора отличается тем, что нужно хилиться золотыми яблоками, а золото нужно найти. Да, ультра-хардкор — это имба. Это, да, это имба, но типа будет, блядь, замес, наверное, блядь, 1 versus 5 или, не знаю, в чью сторону. Ну смотри, ну меня пацаны типа как более слабого игрока просто на мясокомбинат отправляют. Я тебе сразу скажу, я на хардкоре уже сдыхал, типа, блядь, довольно весело было. То есть уже там пизды отхватить. Даже если с учетом того, что с едой, еда у тебя есть. Бля, ну я не знаю. Ну, можно какое-нибудь голосование провести, я не знаю, типа. Проведи у себя на канале, потому что. Пацаны, сделайте голосовалку. Ультра хардкор или хардкор? Я говорю, ну ультра хардкор продлится не более, блядь, часа сам по себе, блядь. На уровне фарма все сдохнут. Не, я за себя-то я ручаюсь, что я сдох. А там воскрешение есть? Я за себя... Нет, воскрешения нет, в этом и суть хардкора, дядь. То, что одна жизнь. Угу. И вот тут вопрос, регенерироваться именно едой, как обычно в Майнкрафте, но типа с уровнем сложности хардкор, или, блядь, ультра-хардкор, и нужно, блядь, бегать в пещеру... Ну, короче, то, что выиграет на голосование, то и будем играть. Да. Пока хардкор лидирует. Ультра-хардкор, дядь. Ультра-хардкор лидирует у тебя. 55%, 56%. Ну, походу, ультра-хардкор и будем играть. Алло, Фрикет, вы сами как хотите вообще? Я вообще не шарю, братан, я в Майнкрафте, блядь, так чисто проездом, блядь. Ну, веселее будет, типа то, что хилишь только яблоками. Веселее, но прям, ну долго, говорю, и турнир не продлится, ну, вот, блядь. Ну, будем играть, слушай, может, ну так и час сделаем, ну, просто мы, по сути, все. Играли тоже крипами вот вчера, или когда это было, и там, ну нормально, мы часа полтора-два играли. На 16-4, блядь, все по-другому, дядь. А на 16-4 я не знаю, я не играл, там, просто там что там будет. Пизды дают, блядь, и кошмары появились, чтоб ты знал, это чё. А, я знаю, летающие такие, да? Да-да-да-да. Это вообще пиздец. Кстати, если у нас хантик бомба обосрался, то хуй не так. Че, ультра-хардкор делаем? Нам всем пизда, ультра-хардкор. Все, я пошел. Все, нормально. То, что нужно, брат, то, что, блядь, доктор прописал, ебать мою задницу. Это нормальная хуйня. Так, все, меняю категорию, блядь, полетели. А че Рома не будет играть? Он реально не будет? Ну, вы же сказали, я не знаю, просто я отходил. Мне просто ты пришли и сказали это. Мы сейчас просто с Ромой сидели и играли в эту. Ну, не, наверное, будет. Бля, у меня состав не такой сильный. У меня там тоже состав, типа, ну, обычные ребята, я так понял. Ну что, ребята, здравия желаю, бля. Ребята, вы попали на турнир, который проходит на моем потоковом вещании. Против братишки, он 10-10, бля, Майнкрафт, режим ультра-хардкор, ебать мою жопу, бля, фрик против 89-го сквада, ебать. Будет жесткая пацанская рубка, бля, хилка только яблоками, бля, всех ожидаю. Пух.
Так. Ну, блядь. Не, у них обычный состав, прям вообще обычный-обычный. Через сколько мы начинаем? Мне кажется, мы их просто уделаем, блядь. Так. Ну, залетай. Че, мы такая самурай зовем? А он будет с щитом? Надеюсь. Ну, я тоже. Если да, то это вообще не балансовать. С этим, с приколом вы имеете в виду? А где все? Почему все ушли? У меня нет, ребята, у меня контакта Аида нет вообще. Я не знаю, кто-то сказал, что Макриски передумал. Не, я могу написать Аиду, но... Блин, я надеюсь, Макриски не передумал, потому что я ему написал, блядь, а он просто за секунду исчез. Ну, нам Макриски нужен по-любому. Макриски. Да, он шарит все. Да, да. А как, слышишь, как Аида ВК зовут? И как его найти? Хуй знает. Аид. Я так заебался в Майнкрафт играть, мы сегодня у Ромы играли 2 часа, я, блядь, ебаную шахту копал 2 часа. Аид, по-моему, Витёк. Витёк? Или Олег. Олег, или, да. Может, Мишаня. Тем похуй, да. Ну, какое бы имя-то... А, нашёл, он славян, блядь. Балдё. Уебище ты, Саня, иди нахуй с компьютера моего, блядь. Бля, такой-то обоссанный, бля, просто, бля, пиздюк, бля, иди нахуй. Чё, тебе в компьютер залезли? Да, блядь, ёбаная эта программа, блядь. Сказали, бля, иди чекнуть... нахуй с компа, бля, уёбок. Слава. А. Сказали чекнуть телеграм. Да сейчас чекну, я тут пиздец, блядь, эти выблядки ёбаные напали, блядь, 2 нахуй. Да про кого ты, ебло утиное? Да я не ебу, как называется программа. Xbox, блядь, батончик какой-то, блядь, геймбар, блядь, игровой батончик. Xbox, нахуй, да, блядь, приложение, долбоёб. Ты с Xbox играешь? Нееее! Ты с VR? Да иди нахуй отсюда, блядь! Съебись, компа, уёбище, блядь, ты сраная, блядь, ебучая, блядь! Почему? Что я сделал? Да не ты, мудачок, блядь! А кто? Иди нахуй от меня. Я? Не знаю, я с PSP залечу туда. Нормально, там заряда хватает. Уёбок, съебись с компьютера, блядь, не делай этого, будь ты человеком, паскуда, я не знаю, как залупу отрубить, блядь. Алло. Блядь, напали 2 уёбка, блядь, в Xbox, блядь, геймбар, блядь, батончик этот ебучий, блядь. А на какого-то гейм-версии играем? Какой бар? Скачать же. Гейм, блядь. А, игровой? Алло, скажите, какую версию скачать? 1.16.16 там что-то. Короче, последняя. А, последнюю самую? Да, мы играем на самом свежаке, бля, ёбнуту. Блядь, да отъебись ты нахуй, мудачок, бля! Бля, чё с этой паскудой делать, блядь? Тебе пишут WinG, нажми. Windows G. Да, я чё там нажал? Походу отключить, наверное, там надо где-то. Тут не могу. Они, я уже не в сети, они не в сети. Блядь, я, конечно, заявляю, что Microsoft, блядь, накосячили, блядь, с батончиком. Попробуй провод интернета вытянуть и нажать. Поможет? Ну, одежды, а что вообще нет, блядь? Я без понятия, что делать. Уёбки меня, блядь, дедосят, блядь. Да съебите себе нахуй, по-братски. Я вас прошу, отстаньте, блядь. Суки, отстаньте, блядь. Алло. Здорово. Здорово. У меня, блядь, на игровой батончик напали, блядь, помогите. Чтобы выиграть PvP. Самурай, что-то есть, брат, у тебя? Для PvP, чтобы бустануть жестко. Пранки есть, самурай? Нет. Бля, помогите из игрового. Живый закат, слава ебучий, ебанат. Xbox и Game Bar. Как отключить уведомления? Уебищный этот Game Bar, бля, батон этот ебаный, блядь. Да идите нахуй. Рома не будет играть. Реально? Да, ты го чекнем. А что написано? Можешь, ну, типа... Там голосовое. Без запрещалок, надеюсь? Да. Без запрещалок. Блять, я вообще не пользуюсь Телеграмом. Как мне прослушать? Реально? Хорошо. А как вот такая... А, вот. Я сливаюсь с Майнкрафта, пишите, что хотите, я не хочу играть это, потому что у меня, типа, сгорело с этих всех перемен планов, блять, в последнюю минуту. С того, что, блять, у нас просто народу нету, короче, не хочу, блять. Я поеду встречать с Вадей сейчас Гвина, который приехал в Киев, не знаю, насколько.
Поэтому, блять, все, пока. Ищем плюс один. Слава. А ты Аиду писал, Слава? Он что, расстроился? Да, прикольно, что типа он не об этом сказал просто. Просто в ебаный ТГ записал и все. Да все, да хватит тильт ловить, вы заебали, чего вы посыпались нахуй, ебаный хлеб. Ой, ну хлеб нормальный, в смысле. Ну типа, давайте. Алло, просто соберем и все. Алло, срочная инфа у меня. Вы охуеете. Найдем, я, попасть, короче, да, я дышу. 89-й склад, пожалуйста, соберитесь. Алло. Алло. Иксайл, слышишь? Илюх, нужна твоя помощь, Майнкрафт. Ты альбом выпустил, ты видел? Нет. Да ты выпустил. Не, не выпустил. Мага, дай послушать. Дать альбом послушать? А чё, да, да. Чё, на, бери. Слава, что ты тильтуешь? Забей. Не тильтуй теперь на стриме. А чё мы ждём? Что слышал? Я, короче, знаешь, я жду перемен. Тебя. Вот я не знаю. Блядь. Да иди ты в пизду, мудачело ты ёбаная, блядь! У ёбки два паскуда ссаные, блядь! Так что, да? Что случилось? Ну просто Рома отказался. Заебали пукать, блять! А чё, у Рома что случилось? Сейчас, подожди. Не, он просто сказал, что... Типа, просто уж планы изменились, блять, и ему, видите ли, это не понравилось. То, версия, что, то, что версия изменилась. Чё, сегодня отменяется тогда или что? Нет, я сделаю. Чё сделаешь? Версия новая. Ты сервак сейчас заходишь, да? На стриме. Так нет, Вова, они делают сервер у них. Его можно себе понять? Он еще хотел трениться на 1.8, и в итоге 1.16. Бля, брат, потому у него что... в команде у братишки девушка его, блядь. Мы играем по фану, мы, блядь, не играем, а деньги. Это, блядь, ебаный Майнкрафт, блядь. Может, Ликс реально пойдет? А, хотя Ликс пойдет. Есть Диной. Че, ребят, собираемся? Алло, в муте? Да. 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 У меня да. Хейтеры, блядь, ебаный. Долбоеб, если он себя мутит, как ты его слышишь? А. Я, да, у кого-то эхо. У кого-то эхо, я через 4 минуты. Сорян, я это. Да что, блин? Блядь, пиздец, у меня холодно дома. Может кто-то растопить? Тебя может Слава согреть. О, у меня как раз температура. Поделишься, Илюха? Она вообще не спадает, это пиздец. Чего она не спадает? А как так получилось, что решили версию поменять вообще? Короче. Да, блядь, типа, я не понимаю, неужели это важно, блядь, это, ну это похуй. Но это же две системы разные PvP вообще. Да вообще похуй, дядь, блядь, это ебучий Майнкрафт, просто поржать и все, блядь. Там я хотел Ликса звать, блядь. Ликс нахуй кубик ставить не умеет, ебучий. Блядь, сука, мудаки ебаные, блядь! Кто, мы? Я нет. Два уебища тупорылых, сука, ебучих, блядь. Да ты про кого? Да мне срут, блядь, паскуды ебаные, блядь. В эти ебучие... Кто срёт? Ему в компьютер залезли. Ебаный Xbox, этот контора, блядь. Я бы сказал, кого, блядь. Да идите нахуй, как выйти с него? Не присылайте мне ваши ебаные уведомления, идите нахуй. А, у него... Алло, я в моте? Блядь, какая же контора, блядь, это просто пиздец. Все, я вышел из учетки, ты ебучий. Зайди, попробуй это, ты знаешь, как заходить в Xbox Play? Все, я уже вышел нахуй из этого, блядь. Это просто пиздец, блядь. Сложность, блядь. Сложная, нахуй. Сейчас я, блядь, дракона выебу в сыр, нахуй. Че за хуйня? Ой, ёптвою. Это ты рыгнул. Не, я, брат, на экране что-то. А. Че у меня костюм? Ну я скачал версию, я готов зайти там. Поэтому. А дракона пиздить, блядь. А ты в игре?
А вы с братишками договаривались о модах, там, Optifine можно? Слава, я еще не знаю, что это такое, братан, я ничего не понимаю. Я, блядь, с братишками договаривался в силу своих знаний, блядь, потому что я ничего не понимаю. Slash game mod креатив, напиши. Какой-то Optifine, блядь. Слава. А. Slash game mod креатив, сейчас напиши. Гамме моде. А, да, slash game mod креативе. Здесь. Дало? Не. А, наверное, слэш... Ты слэш не тот написал, по-моему. Нет, ему просто админки нет, у него админки нет. Это мой... Нажми escape, открыть для сети. Так, где дракон живет? Ну, тебе надо сначала портал из креатива достать, потом... Е, яблоко есть, кстати. Оп. Почему он не может самурай написать? Ему надо... Так это же типа, ну, это survival, такая админка. Не-не-не, ему нужно все равно этот. Ему нужно нажать escape, открыть для сети. Это, брат. Если он откроет для сети, к нему не залетит. ЧБ, а ЧБ умеет играть? Я не знаю. ЧБ с Ликсом и Зиной, по идее. А, ЧБ тут? Не, не знаю, мне просто пишут ЧБ, пишут Жода. Пусть кто захочет, уже заходит, блин, мне уже похуй, реально. Ой, из ЧБ есть тонайс? А вот ЧБ написал плюс нужен, если это не фейковый чате. Где, где, где? Да, он написал. Реально? Кажется, я это... О, найс. Бля, так это имбалл. Это появились. Натуре? Да ебаный сыр, блядь. Да нет, это не фейк, наверное. Может, и фейк. Да не фейк, слышь, юзер. Не фейк? Он писал? Нет. Да не, да, не, не фейк. Балдёж, блядь. Он умеет, да, в моей хуярить? А сколько нас людей нужно вообще? 10? 10 человек надо. Эксай, вот ты видел себя львом? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здоровье. 1, 2, 3, 4. Бля, братан, нам вообще похуй. Я, вот хуже видите, меня, поверьте, я играть не буду. Я два соло запущу, все нормально. Я один звучу. Марк, а Вишенка заебись ебашит? Марк. Марк замучен. Бро, а нет, тут, уже нет. Вишенка Марк, вообще ебет только так, ебёт, так, чтоб ты понимал. Играет. Вишенка плохо, да? Умеет верстак делать. Стоп, а подождите, ЧБ тебя очень плохо слышно. А, кстати. Ты тоже не стоп, умеешь? Стоп, а если Ликс дома? Не давайте Ликсу еще напишу. Помянем. Стой. Только скажите, что нужно для этого будет, ребят. Ликс ждет такси до дома, магаз товар забрать. 1.16.4. Точнее, до магаза. 1.16.4. Проконсультируй. Бля, чат, вы заебали спамить Джожа за братишкин играет. Сука, хватит. Ну это пиздец. Так Каравай позовите, он выживал. Не-не, Джожа не играет, слышишь, за братишкин? Джожа не играет за братишкин. А Каравай не будет? В составе нет. Будет. Ты же дал инфу, что он играет, блядь. А? Ты ждал инфу, что он играет. Так я увидел просто в Дискорде, он у них был. Вот он мне скинул состав, смотри. Экси Дэй, я, моя девушка Алина, Дрейк, братюня, Зак. Какой-то никнейм сложный. Ну, Г... Р. Пиздец. ГР пиздец, короче. ГР ПСДЦ, Жора. Да-да-да. А раз-два, ломака и плохой медведь. Понятно. Ну, до кого-то Жожа. Да-да, зовите просто кого хотите, вообще похуй. А Жожа... Я позвал фиксплея. Фиксплей или фиксай? Фиксплей. Красава. В чем разница, Илюха? Два разных человека. Два разных никнейма, блядь. Всё, разница, блядь. Да, пусть Жожа, если хочет, заходит, то есть вообще похуй, блядь. Да Жожа играет за братишки, блядь. Не играет, я же сказал только что уже. А почему тогда Гуакамоле говорил, что Жожа это... Потому что я так сказал. А почему я так сказал? Потому что я видел у него в Дискорде его у них. Получается, ты все. Получается, я пиздобол ебаный, вонючка ебучая, блядь. Не, получается, Жожа пиздобал. Единственное, что я знаю, что в этой версии по-другому драться. Но, в принципе, да. Похуй. Ищи тут не надо спамить, да? Да, тут не надо спамить, ищи ты уметь надо юзать правой кнопкой. То есть блять, вы а можете... А если у меня только левая есть на мышке? Надо новую покупать. Пизда. Чего? Я без щита буду. Чего делать надо кликать, как? Ну, короче, в этой версии не нужно спамить. А, надо смотреть, как меч устанавливается, да? Да, вот этот КД, видите? Так еще можно... Тут уже, блядь, 500 лет назад. Ну да, но секунду, типа, короче, мы сравнивали, да. Илья, мы сравнивали, мы же хотели... Сначала они 1.8 вообще ставили. Ну, мы на 1.8 играли, там PvP, которое, как я играл раньше на серверах, там, да, где просто спамишь и пиздишь. Хуярер, блядь. Кто переспамит кого-то, тот и разъебал, типа, кто лучше спамит, и лучше нормально двигается. Я еще знаю, что в этой версии, по идее, топора больше урона, чем с меча.
вроде как да. Надо будет топор, короче. Так, должен... я фикс-плей зову, короче. Так, вот он заходит. А в какой комнате с ними, ребят, как называется? С вебками. Сидим с вебками. Нормально, у вас вебки, бля, балдюжные, блядь. Даро. Даро, бро. Даро. И только в кожаных штанах, но в железных собака. Нам еще один нужен, да? Блядь, все, слышь, все против нас стоят, блядь. Стоп, Фоджакей будет играть? Я ему написал. Можем, слышь, можем, я не знаю, можем реально Вишенку позвать. А Вишенку не может, Марк сказал же. А, не может, все, понял. Ну, у нас сейчас 9. Нам да, у нас сейчас 9, и нам нужен один. Но я бы такого жесткого, мне кажется, на состав просто в 1000 раз жестче или нет. А ты флаг-джекей жесткий, флаг-джекей жесткий. Флаг-джекей ебет прям, да, жутко? Вообще конкретно. Ну вот, можно кого-нибудь позвать. Аиду не писал? А я, у меня нет контакта, братан. А он вроде сейчас в больнице. Он заболел. А, что у него? А, ебаный сыр. Он заболел. Не очень, хорошо. Видимо. Ну, я не писал, потому что у меня друзья нет, я добавил его, но он типа еще не успел добавить, только я только что заявкил. Да не, дядь, куда тебя добавлять? Ну, хотя он меня не добавит, бля, куда я нахуй-то даже подметки не гожусь, блядь. Просто так восходящих повешу чисто и все, блядь, я и заявку отменю. Это верно. Откройте новые рецепты, загляните в справочник. Сделайте доски, загляните в справочник. Так. Слав, пару минут есть, да, можно отойти? Да, конечно, брат, конечно, конечно. Я сейчас жду сервер, я сейчас буду сервер ждать. От Вова. Так. А у них еще не настроенный? Во. Не, настроенный все. Так. Могу у Димастера спросить, если ты знаешь, кто это. Диман, что ли? Димастеру. Ну, пока я, судя по всему, не знаю. Конечно, жесть. Ребята, я не знаю, где Жоржа, у меня даже нету, типа, не знаю, где ему написать. Я ему написал, он не в сети ВК, дайте IP. Да, я попросил уже. Все, я Вове типа написал сообщение сейчас он это. Ой, блядь. Ну-ка, что там по прогнозу? Ебать, прогноз, слышь, в пользу Бартишкина. А что, у него прям жесткие кинты, да, типа? У него только Зак шарящий, прям нормально так. Не, мне почему-то кажется, что мы вообще в ноль выебим, блядь. Вы просто смотрите, вы меня сейчас, блядь, грамотно раскоординируете, я могу мясо собирать. Ребят, вот главный вопрос только. Как верстак скрафтить, скажите, я... 9 дерева. Да? 9 дерева, окей. Молодец. 8. Спасибо, мужики, блядь, всех обнял, блядь. Просто доп... Резко просто коэффициент. Главное не забыть, 8 дерева, запомнил. 8? Ну вот, уже забыл, 9, все. Блядь, долбоёба, это печка, нахуй, так крафтить. У меня нет дерева. А как верстак крафтить? 4 блока. А, блядь, там алмаз? Да, да. А, в смысле, я сказал... Я, блядь, скрафтил дерево из дерева, блядь. Что за хуйня, блядь? Смотри, Слава, там на верстаке изображена кирка, топор, соответственно... Вот так, типа? Оп. Это у меня верстаки, что ли? Слава, нажми на книжку, у тебя слева подсказки будут в этой версии, это имба. Вижу, у тебя книжка в инвентаре сверху. У меня курсора нет. Так. Ты без мышки, да? А, о, верстак. А-а-а, ёб твою, блядь. Там слева все написано. Ну, куда нажимаешь, сейчас? И оно само закидывает, понял? Это вообще имба. Оп. Ебаный рот, блядь. Да это вообще изи хуйня, блядь. Оп, верстак ебаный. Чё, у тебя дерево какое-то со всех сторон? Так. Слышь, брат, скинь мне пока шейдеры, чтобы у меня RTX был он. Знаете, как я понял, что мы со злым на турнире проиграем? На. Когда он меня в самом начале спросил, а как верстак скрафтить? На туре? Все, да, я тогда все, я... Бля, я так понял, я... Это то, когда я вас соло двигал, выиграл. Когда у вас просто Магомед, Сейдамед, бля, в руке, бля, тебя долбил. А у меня и так кончилось, я на себя лаву разлил, у меня вообще кайф все было. Бля, почему теперь кажется, что у фиксплея, бля, голос похож на Лункера? Кого? На Лункера, может? Не, у него голос похож на чела, который поет, и только в кожаных. Да не, реально? Мне так часто говорят. Фиксплей, брат, ты тут? Похоже чем-то. Фиксплей, брат, ты тут слышал эту песню? И только в кожаных штанах, это я поищу. Ну я могу попробовать петь. Ты реально поешь? Да, я. Я кавер делал на тиктоке. Ну ты ебани. Это я пою. Ебани. И только в кожаных штанах, да в железных сапогах. Только в кожаных штанах. Не похоже, если честно. Правда? Вообще не похоже, бля, мне кажется. Блядь, я говорю, это я пою, бля. И только в кожаных штанах. И только в кожаных штанах.
Ну да, у тебя лучше. Так, я сохранил, вышел, короче, дракон отпиздил. Самурай, скинь вот эти тени. Ага. Ты шейдеры хочешь себе нахуя? Да. А зачем тебе шейдеры для ПВП? Как они, зачем? Наоборот, только мешать будут. Не-не, не мешать. У тебя, Слава, у тебя будет очень сильно лагать. Потому что там говорили, что... Ты играй лучше без шейдеров. Ты уверен? Играй без шейдеров, да. Короче, скачай себе ресурс пак, который ВХ ресурс пак, чтобы... Давай. Ну, мне просто мрай скинь ссылку. Я уже установил, если что, буду говорить, дело мало. Так, понял. Бля, нормально, кстати, было. Че, флэкджикея звать у нас последний есть? Слот. Так, я ему написал, он тебе ответил? Да можно флэкджикея позвать. О, да, конечно, Джонни, блядь, это самое. А тебе не ответил или? Эй, хей, с вами флэкджикея. Эй, народ, твои банды ютуб. Пацаны, а когда на сервер зайдем тренироваться? Я уже жду. Тренироваться. А, уже можно взлетать, да? У нас без тренировок. В смысле, а куда ты скинул, Слава? А вы тоже в качалке верстаки на скорость крафтите? Слава. Да. А куда ты скинул IP? Я вот сейчас пытаюсь его скинуть, получается. Вам, но мне вначале надо получить его самому. Я жду от Вова сервер. Все так, а по итогу частное развитие? Все-таки у нас 10 человек будет, мы сможем алмазами поделиться. Я, смотрите, я на себя беру все зелья. Можешь назвать меня алхимиком. Беру на себя все штаны. Ты спрашиваешь, блядь, как верстак крафтит дерево, говорит зелье, блядь. Как ад скрафтить? Здравствуйте, уважаемые дамы. Привет. Все, те, кто стали на воду, пососите. А? Легенда, нахуй. Это Джимми? Джимми, блядь, черри. Ой, пещера. Блядь, я новые наушники надел, они в конденсаторах еще слава нахуярит. Уебище ебаное, блядь. Мне теперь придется заново старые наушники одевать. Не, слава на двоцарик нормально. Чё это было, блядь? Я на 5 поставил его. Да не, у меня они прокричатся наушники, должны, чтобы они чуть поглохли. Давай, пари ещё, Слава. Размяться. Да. Я когда на машине в яму заезжаю, говорю, бля, машине тоже нужно разминаться. Бля, чека рушу, блядь. Чека рушу нижний, блядь. Ствол у меня не падает дерево, блядь. Что за хуйня? Мужчина, реалистичная физика. У него мир квадратный, он хочет, чтобы у него слышали. Я твою попу ебал. Это Магомед Сейдамед делает, блядь. Реально. Оп, быстро крафчу верстрак. А, все, спасибо, бисик. Короче, парни, к вам такой вопрос. Смотрите, где мне взять такой счетчик, как у XQC.co? Чтобы мне... Спидран? Мне надо, да, спидран. Мне надо пройти рекорд мира поставить. Давай, типа, я засеку на телефоне пока. Оп, так, что мы делаем? А как мне разбить, пойдем играть, а что слишком долго затягивать? Ну да, я знаю, и пойдем, получается. Так, берем палочки, да? Вот так, палочки есть, что дальше? Палочки. Если у тебя есть бит! Блять. Оп, и еще раз вот так. Оп. Ну ничего, страшно. Страшно! Чел, две кирки сделал. Так оно две руки, блядь. Запасы можно, реально. Я обычно, типа, ломаю три камня. Нажми на F. На F нажми, да, и вторую кирку возьми. О! Во, мужик! А как бить вот этой первой? Никак, это атрофированная рука. А, ебаный рода. Её щит ты вкладываешь и покилла. И факел, да. Прикольно. Ебать ты, я гений. Так, я иду сейчас до обсидиана. Дядь, под себя охуенно копать. Джонни! Всегда так делай. Ебать ты! Не, ебать ты! Могу, короче, главные советы дать сразу, чтоб ты тащил просто этот момент. Давай. А чё ты? Под себя? Слава, под себя копать до конца. Почему? Копать под себя надо. Видишь лаву, прыгай. Почему желтые блоки металла? Первое правило Майнкрафта не знает, блядь. Какие желтые блоки? Ну такие небольшие же. Индезис, стиральная машинка. Я под себя, Слава. Вау! Уголечек, блядь, лось факинг. Это... Вообще похуй. Это засохшее каменистое говно. Я уже вижу, блядь, смайлики. Нашел. У меня уровень качается. Качай. Первый уже. RTX он бит, что сделать? А как его сделать, он? Так у тебя Java Edition. И что значит? Это значит, RTX шейдеры нет. Надо качать.
Ебаный. Да-да-да, RTX это на Microsoft и Minecraft. Да две разные вообще игры. Будет. Реально? А есть человек, который типа... Купили Майнкрафт, но купили его в Майнкрафт и не могут играть, блядь, с друзьями. Я чё, я не смогу играть? Я купил Майнкрафт. Это вообще пиздец, я... А почему, а нахуй он так осознан вообще? Чтобы на мобилке можно было еще играть. Windows Phone. У тебя Windows Phone, Слава? У меня, да, конечно. Со стилусом такой. Вот я с него хуярю сижу. Со стилом, блядь. Со стилусом, блядь. Так, кирку поменял. А, кстати, удобно, слышишь? Ты не мог что-то древнее еще вспомнить? Максимально удобно, максимально. Ебать, в две кирки Макс Пейн нахуй. Все, так, смотри. Георит. Слома уголь добывает. Смотрите, что я делаю, собственно, сейчас. Сейчас я делаю верстак. Ебать, скин джентльмена. Зачем вообще? Оп, я сделаю верстак. Блядь, у меня охуенно. Ты спросите, нахуя? Милос, делаю две палочки. Раз палочка, два палочка. Ты в курсе, что я скин для тебя балыжники. Рисовал? Реально? Ну в клипе-то. А где он, скинь мне его? Конечно, сейчас. Ты чё, еблан? Я сидел, очки ему рисовал по пикселям. Ты знаешь, как это сложно? Слава, знаешь, как сделать портал в рай? В рай? Да, там глоустоном обложить надо и водой залить. Понял. А что за глоустоун? Это ват тебе надо сначала. Вата? Ват. О, золото, блядь! Ебать, чел золото нашел. А что, не добываешься? Нет, Слава, сейчас сломаешь. Бей дальше, там шанс выпадения просто, понимаешь? Чтобы злоба был... Алло, вы чё, алло, похуй. Алло, скинь сервер, брат. Алло, здорово. Ребят, дайте слово, блядь, сказать. Давай. У вас, блядь, начальник, нахуй, телегу вообще не читает. Блядь, доступ по вайт-листу, лицуха, привет. Вы сидите, орете, как он под себя копает. У вас все хорошо, может, организуемся как-то уже, нет? Чему это Ореси? Не понимаю. Да я пишу человеку игнор полный. Захожу, подожди. Меня тут перебивают. Слава, блядь. Как ЧСВ? Я типа отменил этих уёбков, которые опаздывают, блядь. Из-за меня все ждали в итоге. Я сейчас готов, мне нужен вайт-лист. Я кидаю айпишник, мы заходим, начинаем ебашиться уже сразу. Просто никнеймы нужны? У тебя лицензия? Ну, как тебе сказать, да? Лицензия, правильно? У тебя лицензия или нет? Да, да. У тебя лицензия, Слава? У всех лицензия. У всех, Слава. А какая версия еще раз? Последняя или нет? 1.16.4. А что значит лицензия? Это там, где ты за 5 рублей отдам. Лицензию. Блядь, а... Папарам. Почему я урод? Ребята, я ваше время экономлю, чтобы хуйню не... Подожди. Почитай сейчас телегу. Да. Сава, есть какой-то сайт, где я могу, ну, текстурпаки проверенные, там, скины скачать, чтобы нормально было? Ребят. Любой. Слушайте, сайт. Мы можем на самом деле переключить там... сервер в режим, Слава, ты понял, там не какой, можешь, но нужно, чтобы ты айпишник не палил. Ну, понятное дело, я все, блядь, верну. Все, давай. Да, блядь, какой нахуй у меня пароль. Переключайте, да. Давай. Мы люди не богатые, на лицензию не у всех деньги есть. Не-не, у всех. Поэтому мы с лицензией рубим только так, нахуй. Уважение. Уважение лицензионному геймингу. Мы не богатые, но лицензию, блядь, берем как автоматы. Я знаю, блядь. Как сделать этот, чтобы факел горел? Всех этих, блядь, Москва-Сити челов. Там зажигалки. Я в селе живу, какое Москва-Сити. Слава, ну ничего, ничего. Ебать, угольную кирку крафтим. Нихуя не понимаю, подожди-ка. Блядь, мудак! Эндермен, что ли, блядь? А мы точно выиграем? Нет. Там дракон, Слава, блядь. Это Эндервумен. Так сделай, чтобы фонарь горел. А это надо оптифайн. Поставь его. Либо поставить, либо оптифайн, чтобы в руке у тебя он горел. Да нет, это слишком сложно, блядь. Это как клево. Понял, ладно. Оп. Нихуя, блядь, свет дали. Слава, блядь, ты списался, что там? Да, сейчас у меня скинет сервер просто. Ну, самое главное, не палить его, ребят, это к вам, конечно. Я мандаринку кушаю. Приятного аппетита, брат. Бон аппетит. Последняя самая. Ой, что за хуйня, блядь. Блядь, улетели нахуй по версии, вы чё? Там же по хуйне. Согласен. Мы, если что, не забывайте, играем ультра вот это, там, где столько золотыми яблоками, сердечки легенится. Чё это за штучки? Опять? Да. Снова? У меня кошмары после того стрима. Слава, понял, какой мы режим играем?
Тебе нельзя вообще да просто так по приколу да, дамажиться. Да, хп, да, да, я... Потому что ты хп не отрегенишь себе практически. Бля! Слышишь? А. Ловишь айпишник, нужно, чтобы вы все туда зашли, кто играет. Угу. Так я понимаю, 10 на 10 ебашим. Да, да. Будь здоров. Кидай айпишник. Заходит, так, я не палю его, правильно, вообще? Вас, да, ты не палишь его вообще. И, нам тоже не кидай. Соответственно, это самое... сказать-то, блядь. Так, кто вас еще стримит, тоже аккуратней. Да, 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 окей, окей. Так, я, пацаны, я кидаю в конфу Майнкрафта. Угу. Настоящий, то есть настоящих мужиков с жирными хуями. Сразу, потом. Хорошо. Так. Мне снова скинь. Вот она, конфа Майнкрафта, блядь. Так, Артуру скинул. Самураю скинул. Ну и кому еще скинул? Совершенно верно. Джонни, блядь. Поймал. А у меня пишет неправильно. Все, главное не палить. Сессия. Ты на 1.16.4 зашел? Слава, да. Мне где посмотреть? Предупреждение. Игра на сторонних серверах. Предупреждение. 1.16.4 я зашел. Похуй. Инвалид сэшн пишет. Try to restart your game. Так, 1.16.4. Может быть, реально? У меня 1.16.4. Я зашел, у меня нормально все. Мне тоже зашел. Ребята, а где айпишка-то? А почему не пишут то, что... Так, надо ЧБ скинуть. 1.13.2, то, что... Недействительная сессия пишут. Да, у меня тоже самое. Алло, вам же сказали, что там только это... Не поменяли. Какая версия-то? А не, вы не понимаете, о чем я говорю. Пацаны, версия, лицензия, естественно. Не поменяли, а там только лицензия... Ну, вот это... Нет, там можно мага сделать. Я зашел на сервак. Я тоже зашел. А у тебя чё? А какая у тебя версия, мага? Заходит. Последняя? 1.16.4. 14 у тебя, мага? Да. 1.16.4. Да. Нет, у меня вот, я подключаюсь, мне пишет, клиент несовместим, используется 1.13.2. Я сейчас, ну... А мне другое пишет. Включи демку, Илья. Есть теория, что ты зашел на 1.13.2, ну это безумие какое-то. А вот, теперь появилось. Во, всё. Сейчас все норм. А что делать-то? Чё сенсой, нахуй? Пацаны, дайте IP, пожалуйста. Молджанг, блядь. Чё, парни, есть кастом резолюшн, нахуй? Сейчас скину. Да еб твои, блядь. Ебани, блядь. Парни, у кого какая сенса в Майнкрафте? У меня не заходит. Так, аналогичная ситуация. Короче, все тогда ставим это, ресурс пак там. Блядь, 100% уже есть же реально, блядь, какие-то оптимальные настройки под вот эти файты, блядь. Bad Wars, и как там они называются? Кроватные войны. Есть клиент такой. Bad Leon. А, тут есть какой-то Optifine, блядь, еще. Да, Optifine — это хорошая тема, у тебя факел будет в руке светиться, не надо ставить. А Forge Optifine? Это не надо, смысла нет. Так, то есть мне просто Optifine, да, запустить? Да. Интересно, ебать. Его усы. Ебать, музон из маны заиграл, ебать имба. Всех перехуярило? Ой, бля. Да. Ебать, вы ответили до того, как я спросил, вы чё, охуели? Ну, потому что нас тоже перехуярило, мы понял, про что. Ух, ёб твою, блядь. Ща. Да ёб твою, перезапустите лаунчер, блядь. Бля, мне бы хоть в любую зайти, там, не Optifine. Бля, Слава, ты слышишь, что я тебе говорю? Ну, допустим. Там ты не сможешь зайти со своей... Ну, ты понял, ты не сможешь залететь на сервер. Ты обвиняешь на мой компьютер? Они разве не поменяли? Они сказали, что поменяют. Они сказали, свои листа убирали. Нет, они сказали, что поменяют именно. Сделают так, чтобы можно было зайти. Да, поэтому сказали с айпишником поаккуратнее. Mm-hmm. Да, IP, нахуй, ребята. Не палим, плиз. Это вот этот, который... 1.2.3.5.6. Который на сервачке, блядь, запущены. А мне-то IP спалите, нет? Я ж скинул. Да, сейчас весь. Парень, порт. Дискорд. Блядь. А, я XRL скинул. Минус 100к, а чё произошло? Час прошел, сука, да я сам в ахуе, мужики. Там Вова кипиш был, ему надо было стиральную машинку забрать. С 16.4, да, с этой версии можно зайти на сервер. А, порт, 2.5.6.5. Так, парни, у меня порты открыты, подключайтесь. Хамачи не нужен. Бистикс, это подтвердилась информация. Как Славе это сообщить теперь? Industrial Craft. Слава, прочитай в конфу в Майнкрафте. Да, сейчас все сделаю, брат. Magic. Техно-Magic, блин. И Бистикс сейчас прикину. Ага. А у меня зашло на сервак нормально. Бля, может просто КС пойдем порубаем 10 на 10. То, что надо. Я как бот играю, если что. Это нормально там, блядь.
Блять, ёбаный Майнкрафт, блять, какая сложность ёбаная, блять. Так и живем. Все, парни, подключаемся через хмачи. Сейчас вам скину. Пацаны, слышь, походу свои сервера кидают, блять, в эти в чат на Твиче пишут. Лоджикей спалил, заходите. Я на сервачок.ру, блять, запалил. Я что-то создал и помню, спамил это, типа, там группа была, типа сервера для Майнкрафта IP. А ты играл типа с кентами, у тебя свой сервер был? Да, у меня был свой сервер. Бля, мне кажется, у каждого уважающегося майнкрафтера была такая. Уважающийся майнкрафтер, блядь. Блядь, у меня когда первый чел зашел рандомный, я так обрадовался. Забавное словосочетание. Я просто вокруг него летал, думал, бля. Да, ты тоже знаешь, переходил в режим невидимки и троллил, да, игроков, блядь, там блоки ломал, блядь. Я просто ему помогал развиваться жестко через креатив. Надо, чтобы Вова чекнул ЛС, блядь. Слава, ну если что, он не вырубит. Не вырубит? Почему? Почему? Он же вышел, сказал, что вырубит. Потому что люди смогут обходить вайтлист и под вашими никами заходить. Ну это если IP спалится. Да. А если не спалится? Я у них в чате спросил, они сказали, что не будут вырубать. В чате Майнкрафта. Ну так они же потом смогут обратно сделать, и все, никто не сможет зайти. Ну вот, не знаю, тогда контактируйте с братишкиным где-нибудь. Просто как по-другому-то, блять, я вообще не понимаю, нахуй. Походу, скоро будем просто в Майнкрафт играть. Так, Слав, у любого человека ты можешь, типа, взять лицуху уже, не? Чё говоришь? Так лицуху можешь взять какую-нибудь. У меня и так лицуха, брат. Ну, на другой аккаунт свой перезайти с лицензией, еще один. Ну, парни, я, конечно, сказать ничего не хочу, но я, блядь, в спектат-моде нашел шахту и алмаз. Я же приметился. Это Excel. Координаты запомни, координаты. Конечно, друг, я уже вспомнил. Блядь, ёбаный Майнкрафт, блядь, какая-то, сука, сложная игра, блядь. Я тоже алмазы нашел, все по тем. Слушайте, можем сейчас мы можем еще портал найти, данж. Да, ищите пока все, что есть, блядь. Да, нахуй, пошли, блядь. А вы видели здесь каньон снизу? Да. Пацаны, сейчас. Типа у него там шахта. Дэн, посмотри, ЛС. Сильнее? Да. Сейчас. Бля, сейчас, мне кажется, мы в разные стороны разлетимся и лагать нахуй начнем. А, тут бордер, слышишь? Тут границы. Да. Спасибо, что сказал сначала на английском, потом перевел их к вам на русском. Я просто забыл, как на русском это на английском. Здоровья такие, блядь, пацаны. Спасибо, что автор перевел. Написал, что сейчас сделают, Паш. А, ну тогда ждем. Тогда не буду. Бля, бать, тут несколько каньонов, парни, блядь. А мы что, прям на этой карте будем играть? Да. Мы будем играть на Эрангеле, да. Блядь. Это Мирамар. Бля, ебануться, блядь. Дасте. У меня лицензия, мужики, у меня лицензия, блин. Верьте мне, у меня лицензия. Я бы такой хуйни не опустился, блин. В смысле, а такого не может быть, что ли, лицензия? Знаешь, что такая картинка? Рассказ бывалого пизда. А, я понял. Да, конечно, не такой них. Подождите, а почему же здесь в шахте миллиард просто демонов всяких, зомбарей и так далее? Это режим демонов сделали? Да, режим. Тут, короче, сразу говорю, типа, вообще, блять, все, закрылись, проект, нахуй. Проект закрылся? Супер однодневка просто. Это как мой, блять, когда я создал в Майнкрафте, нахуй. Сервер однодневка, блять. Да. Тоже проводку на сервер покупали, да? Пацаны, у меня мой Майнкрафт. Бля, я креатив брал, я кирпичи хотел. Так. О! Слава, я нашел твой скин. О, давай, а как его ставить? Ты умеешь ставить? Не, вообще не хватит. Да не забей. Так он его не поставит, алё. Не поставит. Не, если перезайдет, он будет же обновиться. А как, расскажи. Так у него... У него первый вариант, я так понял, да? Сейчас, подожди. Ну, у меня такая лицензия необычная. Тебе Вова ничего не пишет в телеге? А, сейчас скажу, он написал, сейчас сделаем. Проект закрыли на сервах. Там все, проект загнулся, нахуй. Ожиданий не оправдал, блядь. Короче, я тебе сейчас в ЛС напишу. Вам пиздец, на стороне 89-го закум прошел майн за 29 минут. Вообще возможно, блядь? Да что за чел? Я на сервер уже минут 40 пытаюсь просто заходить. Возможно. О, я зашел, Слава, пробуй заходить, не поменяли. Да, зашло. Так а что, может какую-то заранее тактику будем строить? Кто что делает, там это нахуй не совместим. Свинота. Тут, кстати, все уже приколы эти поставили. Ебать, ну все, я теперь кекс ебаный. А я теперь Стив, здорово.
Блять, не подключается, сука! Теперь, ребят, надо на другую лицензию переходить, если понимаете, о чем я. Все, перешли. Оу, фак мэ. Все, я летаю, изучаю. Я тоже летаю. Это такая здоровая ниша такой будет. Че за ошибка Java, пацаны? У тебя Java не скачет. Так, мужики, а можете мне сказать, как я могу... Как я могу спалить пароль? Bad пароль, ой, не пароль, а IP, IP. Если ты уже зашел, если только отключусь, закатываю. Если зашел, уже никак. Ебать, пчелобаф, урод, блядь! В смысле, мне Java нужно качать? Смотри! Еблан, ты бы не смог зайти в игру, если бы ты не скачан был. Так он меня в игру-то заходит. Пчелкин, блядь. Это пчелобаф? Артур, эти координаты прислал пиздатого места уже. Чего? Ебать, тут лут! Понял. Лечу. Стойте, стойте. Не палитесь, не палитесь. А, хотя не знаю. А мы же в тиме, да? Блядь, нихуя тут, блядь, мобов. Пиздец. А чё это за пчела прикольная? Тут просто, я смотрю, ну-ка. Карьер тут, наверное, да, блядь, да, штук да, да. 50. Версия 1.6.4, правильно? Тут очень много всего. 1.16. Блядь, ебать, красота, какой закат прекрасный, блядь. Какой? 1.16.4. Я себя в рот ебал, блядь. Меня скелет на имке переигрывает. Кстати, Слава, ты в курсе, что когда ты в спектаторе, ты можешь в мобов слиться? Типа, левой кнопкой мыши на него нажать и летать, как он. Ой, я хочу быть пчелой, блядь. Сейчас ему все тайны жизни раскроют, блядь. Не, я вчера уже узнал, ты случайно на лошадь нажал и не понял, почему меня парализовало, блядь. Я в лошади бегал. Вы офлетели, вы реально говорите? Не, вот смотри. Серьезно? Да, нет, да, там, по-моему, на F. Или как-то. Я всегда... Нажимаешь левой кнопкой мыши, типа... Я уже комар? Ты пошел к себя людей, блядь. Ну-ка. А где? Эээ! О, Джонни, я нашел по координатам, так сказать, твою эту... А что разумеется? Подводный, так сказать, кладик. Ебать! Вот еще одна координата. Как за скелета играть? Я слился. Мне сказали чат закрыть. Ты за него двигаться не можешь. Нажми F5. Пацаны, что за F5, пацаны? F5 это переключить вид камеры. Да, третьего лица. А как выйти из скелета, если я в него вселился? F5. Как обратно? А, кстати, на еще F3 я прозрачный. Палец, нет? Спасибо. О. На F3? Это... Не, F3 вроде нет. Ебанись, что я нашел? Координаты надо. Пишут, карта будет перезапускаться. А, типа новая сюда. Бля! Я вспомнил, что у меня 4 экрана. Джонни, а мы все зашли, ребят? Мы все зашли? Я да. Короче, Я да. А я могу на тап нажать? Там не будет IP-адреса? Нет, там не будет. Чё, Лёв, говоришь? Там Никита. Ой, ебать, деревню нашел. Так. Блядь, вот я её не нашел. Ой. Так, слышишь, по сути, они могут сит узнать, и у них преимущество будет. Слава, ты, наверное, лучше чат вебкой закрой на всякий. Да, чат вебкой по-любому. Кто зашел? Никто же не спалит, типа, я так понимаю. Да? Не, ну нет, может быть. На всякий случай просто вебку поставь 100% на чат, Слава. Да. Прям 200%. Либо чат еще можно. Еще в настройках. Уже до страны заходил, нет? Еще в настройках, Слава, размер интерфейса поставь самый маленький, то, чтобы чат был меньше. Окей. Потому что у тебя, чтобы чат так был... Нет, можно я шахту нашел, ебать! Ебать, вообще. Можно чат отдельно маленький. Да, настройки чата, и там просто можно чат меньше сделать гораздо. Так, настройки, получается, настройки графики, да, наверное? Нет, чата. Нет, настройки чата. А, вижу, да. И там размер есть. Too many items. А, размер. Ну, 50 нормально, давай. Too many items. Ебать, старая школа. Бля, я не зря тренировался все это время. Еще так разносить буду. Нормально. Мага, тебе напомнить, как мы тебя лавой залили? Ребята, не надо выносить. А мы что за режим играем? Зоны, которые, типа, сужаются зоны? Бля, ну это не так. Там просто она, типа, ограничена. На самом деле, так обидно. То есть наша задача просто развиться. Катя магой залили. Катя лавой залили. Да, ты видел, как меня заливали? IP спалили. Кто? Вначале самым нельзя, да, драться? То есть там часто разлетели сколько? Ой, кто-то... Стоп. Кто заказал? Вроде 20 минут первый пиздиться нельзя, потом уже можно. Подождите, может это... Может нас 10 на 10 сейчас, нет? Все правильно. Так все правильно. Зашел Дрейк, зашел... Просто зашли еще. Там просто резко начали заходить, я испугался. Зашел Залупкин Егор, я просто... Короче, суть в том, что мы получаем урон, мы не можем отрегениться только золотыми яблоками. Как алмазы найти? Бля, ну, кстати, было бы, возможно, прикольнее, если бы... Жопа. Тут же можно яблоки в воду найти, да? Я посмотрю, Вова, ничего там не вижу. Было бы прикольнее, если... Ты знаешь, какой тут ад ебанутый, блядь? Было бы прикольнее, если можно было тут хилиться едой просто, на самом деле. А что тут в воду происходит? Это слишком сложно. Там очень там новый монстр, блядь, ебанутый. Ты в золотых шмотках должен... Я знаю, там свинья какая-то есть, которая за два удара убивает. Боров.
Тут эндермен за два удара убивает. Ну да. С эндерменом лучше не сталкиваться, да? Вообще ни с кем не сталкивайся. Видишь моба, беги в другую часть карты. Да, здесь мобы вообще увеличены, я смотрю, их миллион здесь на карте. Тут реально маскхэв — это щит просто от скелетов ебаных. А вот мы то, что играли, там щита не было, вот это было плохо. Стойте, а может тогда не ультра-хардкор, а хардкор, если так сложно будет? Нет, я просто не знал, да. Так просто сложно не только нам, а им еще будет. Какая разница, это будет... Имеется в виду, что это будет неинтересно. Первые 5 минут игры. Нормально. Ребят, на самом деле, ну если у них столько мобов, может быть, есть смысл ебануть и это... Да, давайте обычный хардкор все же. Да, давайте вообще выживание, креатив ёбнем. Давайте обычный хардкор. Я спавнер нашел. Запишите координаты. Координаты запишите. Спавнер. Давайте просто выживание обычное. Я заскринил. Что за спавнер? Кого он спавнит? Ну тут мобов. Там разные есть. А, сейчас скажу. Он пишет уже поздно. Ну давайте попробуем. А, это просто и зомби. Блять, сами выбрали. Что-то как-то по-ИЧСВшному, да? Ну да. Мы не знали, что тут столько. Сделай фулл яркость. Мобов. Я вижу, у тебя очень темно, пиздец. Давай, давай. Настройки, да? Настройки, разрешение графики и яркость. Ярко. О, балдёж, блин. Пишу, сложность поставил на легкую, поменьше будет. Заебись все. А прорисовка. Мы же хардкор играем, там. Что? Так там еще плагин спавнит, понял? Поменьше ставить надо? Ну, если у тебя мощный ПК, то побольше можешь ебануть. Оооо! Ебать, я ослеп нахуй! Ооо, ебать! А чё за чижик со мной летает? Встаньте на месте! Ебать! Я сюда на другой будем играть. Но если нет, у нас есть все координаты, ребят. Я просто, я нашел две деревни. Вы все рейзи, он спрашивает. Бля, ну, я чела преследую, я преследую чела. Быстро, я сейчас приду. Я готов. Я на хвосте у чела. Я тоже пасу. Всем пока. Давайте я тоже пасать, всем пока. Марк! Бля, ебаный сыр, а чё их столько, бля? Там какой-то хер кирпичи носит. Привет, бро. Привет, бро. Привет, бро. Ты меня видишь, бро? Да, да, бро. Я тебя тоже, бро. А чё, мы алмазы, го искать, пока есть режим. Погнали. Вот здесь вот снизу, бро, есть спавнер, бро. Координаты запиши. Я уже записал, я скрин сделал. У меня поссать не вышло. Мы зря на с этой хуйней играем, прям так жестко. План какой? Ну, типа то, что сейчас летаем, алмазы ищем по координатам. Не, я если без рофла не делаю скрин. Блин, что-то страшного. Кто первый? Я эндермену в глаза смотрю. И он не злится. Бля, прикольно. Алло, тут эндермен. Кто меня будет защищать, ребят? Да, тут есть эндермен. А, я замечал. Никто не умеет. Ебать, тут пищи. Короче, я могу уступать как телохранитель. У нас ФЖК умеет играть. О, пчела, бля, ебаный сыр, прикольно. Ну я еще раз. Бля, кайфовая пчела, реально. Я бы хотел быть пчелой, бля, в Майнкрафт. Он разбился, когда мы играли вчера. Вадя. Ой, Вадя, блядь. Слава. Бля, вот это имбово, что зона видна. Поставь задержку, чтобы не снайпили минут 10. А где зона видна? Серьезно? Типа там границы видно мира. Как я на месте. Не серьезно, какой. Ебабушкин, блядь. Короче, слышишь, самое главное. Магистр магии! Тут ПВП совершенно другой, тут спамить нельзя. Магистр магии говорит, блядь, ведьму нашел. Да мне кажется, они не будут стрим снайпить, но. Да, конечно, не будут. Будут, мы. Ебать, я вон. Чего договорились? Я за курицу играю, все, кайф. Ох, ебать! Ох, ебать! А это кто? Так, текстурпак на X-Ray поставил. Ну, вроде работает, все нормально. Все работает, да. Ох, ебать. У меня работает, я все вижу. Ох, ебать. Перед началом игры рандомно каждую команду телепортируем на рандомную точку, блядь. Ебать, тавтология, друг. Можно было рандомно, ой, но блядь. Случайно. Меня рандомно телепортировали, да, в рандомную, да, точку. А, не отлетайте, не отлетайте. Все, не улетайте. О, отсюда, здорово, да. Да, не улетайте. Хотя... Сразу в шахту. Посмотрите под нами, быстрее, смотрите под нами. Ребят, если вы там сейчас появитесь, жопа вам будет по хп. Давайте посмотрим спам. Стойте, у нас всех тэпнуло. Да, наконец-то с нами играет Егор Крид. Не, меня не тэпнуло, я был в этом, я был в птичке. Почему Егор Крид зашел? Он вышел. Все, не зашел. А где я вообще? Ёбаю. Теперь понятно, что концерт. Чебулька. ЧБ нет. Блять, а как? Чебулька.
Просто кринжатура. А Чебулька, это Витёк? Бля. Да, это я. Слав, Слав, тебе еще поменьше надо сейчас сделать. Это Витя, половину. Ой, блядь. А как его? Его можно еще меньше сделать? Да, да. А я вообще, кстати, типа двигаться не могу. Бля, хуёво. Так, настройки чата. Перезайти можешь, ребят? О, размер еще. Можно там перейти? Давай посос маршмеллоу активизировался. Чего, блядь, может дезаконнектить. Ширину активный, активный-неактивный чат можешь поменьше сделать. Он будет, типа, не так высоко подниматься. Или все. Так. Вот, сейчас пусть еще раз. Фига, он у тебя мелкий. Я что-то не вижу нихуя, да. Ой, ебать, опять ТП-шну. Да, вот ТП-шну, да-да-да. Ебать, это монстров. Сделай поменьше активно. Чё, чё? Всё. Чего? Оставляй, оставляй. Ебать, там рычит чел, нахуй. Это я, баб. Это Слава, блядь. Ебать его сыра. Я вместе был на уровне земли, типа, чтобы если нас превратило сейчас. Мы только золотыми яблоками дожрёмся. Да. Блядь, а чё делать, сразу рыть пол или как? Главное, да, не, аккуратно все делать, не падать там, не давайте заматься. Сначала дружеское ПВП друг друга захуярим. Да, да, согласен. Кто выживет, тот и будет играть. Деревня, ебать. Деревня. Давай тут, блядь. Стой. Все, у нас заебись. Начинай. Начинай. Ой! По ХП с него, по ХП с него. Сзади они, сзади, сзади. Ебать. Сзади наши, блядь. Они здесь. Ребят. Хуярим мы. Ребят. Они же драться. А чё они бьют нас? Пиздец. А кто твой, кто не твой? А кто твой, а кто нет, блядь? Наш колосерверов. Нормально, ровно. Рандомно тпкнули, красиво. Быстро лутайте, лутайте кузницу, нахуй, там же эти шмотки. Так тут нет ее вроде, нет? Она далеко спавнилась. Зарк, лутай, зарк сзади, зарк сзади. Вот она, попугаи дерутся. Это я, Джонни. Не знаю. Хорош, 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 хорош. Все нормально. Слава, штаны дай. Хупу, хупу, блядь. Хупу, ребят, дай. Марк, все эти скины рандомно выкатывают. А чё мы засали, мы могли затопить их, нахуй. Стоп, а мы не пересоздаем? Все, нет, уже его тоже хз. Типа, я просто всех писал. Я экран потерял, у него ХП нет, у него ХП нет. У ГР вот этого чувака. Так что все эти топорики, давайте их отпиздить. Сейчас, давай. Давай, давай, давай. Так их можно сейчас пиздить? Да, пизди. Или мы сейчас не пиздимся, типа. Нахуй! Давайте первые 30 минут не деремся. Иксайла вижу, бью, бью его, бью его. Я топорик с Макс уже отхуярил, первые 30 минут не деремся, блядь. Хуя себе, блядь. Кому топорик дать? Я два... А, эндермен, что, блядь? У меня эндермен тут землю спиздил. А, ох, ебать. Меня захотел. Ёбаный сыр, меня тут воздух убил, блядь. Я думал, у меня эндермен отхуярил с одной тысячи. Что делать, парни? Наблюдение за миром? Да, да, они сейчас перезапустят, скорее всего, рестартнут. Да, потому что мы их победили, мы сильнее. Мы ёбнули одного. Там мага уже загрыз, блядь. Блядь, это, знаете, такое странное ощущение. Мы толпой его захуярили. Это типа. Первая карта за нами, парни. Я, знаешь, я смотрю, вижу деревню, довольный, потом поворачиваюсь и просто орда этих кентов бежит на нас, блядь. Я такой, да. Знаешь, у меня тоже странное ощущение. Я смотрю сундук, после ты поворачиваюсь, а ты в штанах ходишь. Ну да. Ребят, карта очень маленькая, вы в курсе? Типа, она пиздец. Так, нет, мы заметили, мы так заметили. В прошлый раз тоже, типа, была она такая. Ну, и в этот раз в раз в два меньше, она прям маленькая. Заспавнивалась. Не знаю, это рандом! Было. Рандом! Не, я летаю, типа, она, ну, огромная, типа, тут мордер больше. Я пролетел ее. Да не, в смысле, она намного больше, чем у нас была. Да, она побольше. Вы готовы она, ебать, кстати, просто? Она, кстати, прикольная, а даже в чем-то, типа, тут все горизонтальное. Короче, типа, будьте готовы к тому, что город. Мы в шахтах будем пиздиться. А их точно 10? Я считаю 1-0. Вчера, не, у них один ливнул, Испугался. Просто когда тап нажимаешь, там... Не, техлус еще, типа, сейчас быстро. Ну, техлус я не против, бля, устроить. Ой, ебать, тут головка фиксплея летает. Оп. Ой. О! Что я? О! Умираю, блядь! Хуярит. Помогите! Что, блядь? По-моему, они нас троллят. Есть такая теория, знаете. Заново. Блядь. Бля, пиздец. В итоге они видос записывают, троллим игроков, блядь, на севере. Они админкой, блядь, полномочия превышают. У нас есть сервака еще. Блядь, я на дереве, ёбаный рот. Да блядь. Ой, ну теперь нормально хотя бы. Блядь, я отвечу. Как слезть? Над нами прикалываются, блядь. Ловите меня. Все, мы играем, да? А зачем вы... Ага. Не теряйте. Вы урон получаете. Не теряйте ХП. Я уже полтора ХП просрал. В смысле мы играем? Я в таверне валяюсь. Гоу заново.
Мы заебали, бля. Нас, блядь, на сосну заспаунило. Нас, мне кажется, такой, блядь, хоть у одного ТП-70, рестарт, блядь. Давай еще рестарт, все, рестарт. Короче, когда нас ТП-шат, не взлетайте. Надо, чтобы нас тэпнули в спектейте, мы встанем на нормальной точке, и они уберут его. Да, да. Давай, давай, давай. Ребят, приземление, приземление. Воду, воду, иди воду, иди сюда, воду. Воду, 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 да, воду вот здесь. Только низко не опускайтесь, а то блядь, они опять рядом с нами, ну что за хуйня? Нет, нет, не деремся. Не деремся. А как выключить автопрыжок? Да, они, кстати, тоже. Почему меня не спавнит? Опции и контрол. Спасибо, автопрыжок. Первые 10 минут, слышь, пишут. Угу. Первые 10 минут. Я засекаю секундомер. Бля, 10 минут это мало, алё, 10 минут. Нормально. Я засёк. Да не, а чё трое в спектейтерах, и у нас одного нету вообще на сервере. Да, да. Пусть бы нам показывали, где он надо находить. Да, сейчас я сам солю. Чё со мной стало? Давайте, по строте работаю. Меня в рот оттрахали. Стойте, стойте, вы уверены, что 10 минут это нормально? Да, нормально. 10 на 10 же. Ну 10 на 10, кстати, логично, слышишь? Хотя бы развиться, типа, нет? Ну мы развиться. Нужно куда-то уйти. Давайте 20 минут хотя бы. Слава, Слава, держи. У нас не играют, ребята, у нас люди не играют. Сейчас всем резнут, не паникуйте. Так, о, мне люстра кинули. А мы играем, что ли? Бля, у меня уже не фулл хп, ребят. Да? Подходим. Я верстак ставлю, блядь. Я верстак поставил уже. Я похуй, уже в шахте копаюсь с каменным кирпой. Все живы, он пишет. Как верстак? Да, я жив. Я шахту уже нашел. У нас все живы? Да. Я живой. Тап нажми, три спектакла. ЧП, а ты жив? Не, он стоит, я жив, я живее всех живых. Я написал, что у нас все. А, не. Я уже дерево бью. Не сбивай его, давай, калечь. Сейчас, пацаны, ребят, я вам нафармлю дерево. Добываем дерево, 4 штучки, потом перерабатываем в обычный брусок, делаем верстак, делаем кирку, кирку ебашим, да, потом вниз, хуярим камень, зачариваем камень. Да все, Зар, закрой баллы. А нормально, что у нас через каждые 10 блоков верстак устоит у каждого? Неважно. Бля, мне камень нужен, ребят. Куда бежать? Где вы? Я могу дать камень, Слышь, Мага? Это я ему дал. Я уже печку поставил, если надо кому-то. Так, я отвечаю за дом на дереве, если что. У нас тут есть пещера нормальная. Слышите, у нас тут дом нормальный. Я деревню нашел. Где? Короче, координаты. Нажимайте координаты. 270-93. Фикс, веди нас. 270-93. Вторая координата 93. Ребят, когда будете копать шахте, не бейте друг друга, а то у меня был печальный. За мной. Какие координаты? Я просто за фиксом бегу. Не паникую, мне паникую. Ребят, да. Налево, посмотри, Илья. Илья. Час на развитие, ребят. Давай. Хорошо. Мы с бизнесом будем ресурсы. Слушай, а тут двери открыты. Блядь, осторожней, нахуй! Полезная шахта. Коровы! Парни, я туда. Осторожней будьте. Мы здесь, останьтесь здесь кто-то. Только фиг, слышишь, тут же сплэш дамага. Друг друга не ударьте. Стопора нет сплэш дамага. Стопора нету. Короче, ЛКМ рядом с другом вообще не тыкайте. Бля, сундуки пустые, блядь. Стой, давайте шахту. Пойдем ту с драконами. А там не выпали вещи, потому что у Славы были штаны там. Не-не-не, тут не зарезалось нихуя. А мне кажется, давайте, потому что... Тогда карьеры лутать вот это, видите? Давайте карьеры, погнали в карьер. Да, там очень много полезного. Ебать, голод просто улетает. Пацаны, а воду не дамажит, если... Ребят, послушайте, вы все идете в карьер добывать ресурсы, но у вас еды нет. Полетели! У нас еды нету, кстати. А как хавать вообще? Я просто думал, что именно полный в блок воды. Тут железо, смотри, сейчас разберемся. Не, реально, что нужно для еды? У меня биштексы есть. Ну, пожарить. У тебя хватит. А их можно кушать будет? Да. Парни, мы железо уже. О, курицу нашел. Бля. У нас минус один. Начало хорошее. Ты комет, маг, ебаный. Рестарт. У нас железо какое-то. Нет, давайте рестарт, ну без шуток. Ну я сам в начале умер. Ну я сам в начале. Потому что это лбоёб, блядь. Ну блядь, реально. Нечестно. Да не будет никаких рестартов, мага. А как ты умер, мага? Ну бля, я не ожидал, что там будет так. Ну типа, что вот там вниз пойдет. Бля. Ну бля, ну мы же даже не начали, по сути.
Если бы так умер какой-нибудь Слава, по-любому бы рестартнули, это 100%. Я не знаю, с чего вы начинаете. Бартан, я, знаешь, как осторожно буду, блядь. Бля, я не ожидал. Слава, только не... Меня стало. Я не, ты ебнулся такую не хуйню выстраивать, давай. Да прыгайте, ребят, вниз вообще. Прыгайте в воду прыгайте, да. Мы тут внизу да, не забываем. Да нахуя вы в самый низ падаете? Тут, так тут дофига ресов. Не, понимаю, но тут посередине дохуя... Крипер! Крипер! Илья! Тихо! Железо. Я видел, блядь. Не дыши! Не дыши! Старайтесь без спринта, голод пиздец улетает. У нас крипер, тихо, ребят, напряженка! На плесу! Блядь. На плесу! Тут скелет зачарован, нам слышите? Нам некуда бежать, друг. А, все, убил, убил. А, скелет! Сзади зачарован! Беги, зомби, скелет! Давайте, как нам передачу. А где вы все вообще? Бегите, застраивайтесь! А, еще крипер! Еще крипер! Застраивайтесь, просто застраивайтесь, просто застраивайтесь. Не кричи так, не кричи. Да, он взрывается! Меня пусти, пусти, пусти. Пацаны, а вы где? Ебать, у меня яблоки есть, у меня 8 яблок. О, найс, 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 хорош. Мы подъем, блядь. Ебаный рот, Мага, ты тут разложился, дурак ты ебаный. Золотых или обычных? Обычные, обычные, нам нужно золото найти. Ребята, дайте координаты ваши, к вам прибегу. Давай, давай. Из осколков делается или из... Давай, давай, ладно, бегу. Ну, я не знаю, тут, видимо, плагин должен... 273, 41, минус 34. 273, так, 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 надо подумать. Минус 34. Летающий голова криперы, валить. Парни, вы в каньоне, да, вот в этом? Да, мы да, в каньоне. Все, да, вообще все. Я нет, я нет, я нет, я в деревне. Я тоже нет. Я в другом там, месте. Там у нас скелет. Я не хочу вылезать. Давай там тут... скелет с зачарованным луком, видели? Аккуратней. Давай мы будем жить здесь и забудем вообще про игру. Где он, где он, где он? Ой, я Славу вижу. Ебать, тут же фантомы по ночам. Ёбаный рот. Мы потеряли бойца. Браво, браво. А как он на меня упал, блядь? Я тебе кричал, нахуй. Я тебе говорил. Ебать, хуйня. Ебать его рот. Минус 2. Стрелять! Прячься, прячься. Криперы с воздуха падают, наебало. Это интересная хуйня. Мы уже двух поймали, если что. У тебя факел есть, у меня нет угля. У нас сейчас двух потеряли, они поймали. Ебать его сырник, бля. Ну-ка. Вроде типа есть. Ребят, соберитесь, пожалуйста. Кто на нас ставил соболезную? В смысле? Я выиграю, я выебу. Сейчас они тоже начнут падать, я тебе отвечаю. Нормально, андердоги задачи. Нет, самурай пиздит скелет. Отлично. Скорее скелет. Не, не буду, нет. Так тут ХП же не респавнится. Да. Вот ну, именно. А мне можно такое? Тихо, на разведку. Где он? Да он там стоит, блядь. А, бруски отсутствуют. А, вижу! Помогите! 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 Давайте спиздим! Давайте, все! На, получил! Блядь, отлично. Засолили. Тихо, тихо. Пиздец, зачарованным луком, блядь. Бля, ебаный сыр! Ты каков шанс, нахуй? Там еще зомби. Чат пишет, брусок этот. Я представляю, как они играют. О, золотой блок нашел, блядь. Капай под собой, ни в коем случае. У нас, о, крипер упал на голову. О, еще один, блядь. Короче, слышите, я портал в ад сейчас буду делать. Наформите этот. Какой портал в ад? Я хочу в ад сразу. Так там пизда же, там эти горы. Ребята, объясните вы где. Скажите мне координаты. В смысле, золотые ботинки делаешь? Мы, близко, мужики. Ребят, мы на 280, 26, минус 26. 280. Так, минус скоро... 20, ой, 26, ага. Минус 26. Вот. Я вон вижу фиксплейк, да, вот через стенку. Да, давай, да, давай, реально, тут без факелов вообще жопа. Пойду рыбу поймаю, блядь. У меня, кстати, без факелов и все вижу, я не знаю. Так мы как продуктивнее железо искать? Нас, просто вниз копай, типа. А, воспавнится, да. Прям под собой лучше не копай вообще. Да-да-да, я осторожно. Пацаны, что дает уровень вот эта зеленая полоска? Очаровать. Ну потом можно очаровывать. Так, тут самурай. Я сейчас потихонечку простроюсь, ребят, будьте осторожны. Осторожно, прыгай в воду просто. Осторожно только. Оп. Я там, если что, туннель в нашу пещеру построил сверху нормальный, типа лесенки. Я ловлю. Там где-то сверху. Бля, ебать стрёмно, ебал нахуй, как будто в жизни ползу. Тихо, shift не отпускай. Охуеть. Да. А меня не может... Куда... А ты куда строишься? Металл-то. А, металл, я понял, металл. Металл хуйня, да? Не, железо. У кого-то гравий есть? Гравий у меня есть... Вот он, вот он, как вокруг. У меня гравий много. И гравий тут тоже есть, да. Заебись. А нахуй нам гравий? Ребята, у меня кто-то пиздит. Кто зомби из вас сейчас пиздит? О, металл взял. По-моему, пиздиться можно, да? ПВП уже. Да, уже можно, 100%. Ох, ёбаный. Они же тоже недалеко от нас, да, заспавнились? Ну да, около нас. Поэтому они где-то куда-то убежали. С нажатым шифтом по краям можно ходить, типа, не упадёшь. И не упадёшь, да, 100%? Давай проверим. Да, шифт зажмёшь. Только не прыгай, только не прыгай. Шифт, контрол, Слава, контрол. Нет, шифт. У меня контрол. Ебать, лесенка. Это вы построили, да, лесенку красивую? Илюха, а как этих, блядь, выгнать оттуда, нахуй? Там пауки, блядь, ебаные. Алло, мути? Никак.
Никак. Нет. Ну, у кого как? У кого в муте, у кого нет. Так, у тебя в муте, Илю? Не-не-не. Окей. Ух ты, блядь, чужой жит, хуйло какое-то. Давайте ну, письку, алмазов, давайте письку поставим. Я железо письку? Попал, я дофига. Бля! Я сломал блок, здесь крипер стоит, ёбаный свет. Застраивай, нахуй, застраивай, застраивай. У меня шейдеры не работают. Да похуй на шейдеры. Что за везение на крипера? Короче, Славик, 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 заливай сюда свое железо. Так, железо. Я пока жив. Так, железо залил, смотри, есть еще мясо, брат. Смотри, как хит. Да, сейчас вторую скрафт. Железо там что-то. Смотри, там железо нужно, сверху да. по центру железо, а так потом... Напиши на книжку нажми. Да, на книжку нажми, а потом там, везде дерево, будет. Кроме левого низа и правого низа, везде дерево, что? Понял? О, а как убрать слот из второй руки вообще вот хоть что-то? Да, иду. F, просто... F, можешь в инвентарь зайти, и там ребят, будет вторая рука. Ребят, мы одно хаваем, мы одно грызем. Так, а сюда хавчик, да? Да-да-да-да. Понял. Ты скрафтил? Все, я закинул мясо. Я сейчас железную кирку пошел дальше. Да. Слушай, ну, как, когда мобов пиздите, не спамьте кнопкой. Там да, нужно... Славик, Славик, Славик. Да. Еще надо крытыми выбивать. У меня все под контролем. Я а что-то обязательно сюда, делать? Нет, пацаны, да. Рестарта не будет как уже. Как его делать? Да. Это имба. Мы будем надеяться на их ошибки. Кирка железная, кирка железная. Так, если я похавать сделаю. Да, забирай, хочешь. Одного железа щит делает, слышите? Спасибо! Обмен прошел успешно! Чё? Меня паук пиздит! Беги. Когда будет. Ребят, Стонкс обменял железо. Пиздец, я настолько обосрался, нахуй, что аж железо поставил, нахуй, вместо такого. Мы летучие мышь ломаем или нет? Нет, не трогай, бедный. У меня полтора хп, все. Ой. Блин, я прокопал уже миллион здесь, ни хрена не нашел. Ни железо, ни алмазы. Покушай, говорят. Что, сырой прям жрать? Курятину? Не-не-не, стой. Блин, а её будет, значит, суки. Сырой не надо. Ты где сейчас? Как сделать щит? Лови, я покормлю. Отметру железо сверху. Давай. Всё, в пизду, я в двух блоках закрылся. Везде дерево. Балдёж, да. По центру железа и везде дерево. Кроме левого и правого. Кайф. Через книгу сделай. Кроме левого и правого. Есть курятина, слышишь что? Есть курятина. Слава, я тебе железную кирку дал, возьми железную. Я не ударю, я не слышу. Да ты открой, Тоси, можно есть? Слышишь, Зарк? Там книжка есть, книжка крафтов. Все сделал. А нормально? Пацаны, мы выиграем, я верю, без шуток, мы затащим. А можно пофокуситься? Я уже... -2 на старте, блядь. Не-не-не, я прям почувствовал, участвовал, то, что победа. А может пожаришь? Я про железо нашел. Мне пацаны сказали, не есть сырое, блядь. Кто-нибудь добровольец, пожалуйста, кто-нибудь может принести золото, чтобы я яблоки захавал? Ебать, не жрать сырое. Пацаны, мне не жрать сырое? Конечно, не жри. Нет, сырое будет вроде самородков. Здесь вроде самородков. А? Нет, я, блядь, буду мне говорить. Да, из самородков есть. Нужно сначала найти, нахуй. Алло, вы потерялись? Я возьму, глянем. Нет, шучу, я... Открой стрим, железную кирку возьми, железную, в инвентаре. А, ёпт. Бля, ко мне уже зомби идет, нахуй, мне пизда, все, я приехал. Все, малыш, всем спасибо, люблю тебя, малыш, давай. У нас тут пиздец, бля, заруба, у нас Марк уж гуакамоле откинулся. Ребят, а то, что алмазы на каком-то определенном уровне, это не фейк, правильно? Это не фейк. Это на 10-м. А на каком уровне? Ну, примерно на 9-м, 10-м ищи их. Короче, вниз до дна копай. Смотри, на 8-м уровне стоишь и 3 блока копаешь. Золото! На шее. Бля, принеси просто, принеси золото, бля, пожалуйста. Блять! Не, бегу! Тихо! Застройся, блядь, от него! Не паникуй! Не паникуй, уничтожим его! Разберусь! Ну! Блять, я чуть тебя не ебанул сейчас нахуй. Спасибо. Готов. Я так обосрался нахуй. Опергруппа. Блять, я обосрался из-за того, что ты орал. Спасибо, мужики. Кстати, 10 минут прошло, мне кажется, уже пиздиться можно. Да. Пиздиться можно 100%. Как я фул железка, если вы знаете, чтобы, где они... Да, быть... чтобы нам выиграть, нам надо просто выйти и их попробовать отпиздить, потому что мы по-другому, блядь, умрем. Нам надо, здесь, надо, кстати, реально искать их и нападать на них. Я фул железка, давайте... Бля, мне кто поможет, блядь, я в двух блоках закрылся, нахуй, зомбер чат рядом. Слава, а что ты после стримания? А я не знаю. Я к Марку еду, на днюх. Фиксплей, самурай. Так, у меня вопрос. Я где-то здесь печку просрал с 20 железом, никто не видит. Ой! Парни, мне над собой не копать, да? Может ёбнуться гравий, оп. Под собой и над собой. Под собой тоже. Нет, ты копай, не знаю, буквы... Металл нашел. Вниз, понял? Типа... Пацаны, как броню сделать? И меч нужен. Нашел это? Я редстоун. У тебя книжка крафта есть. Книжка крафта, слова. Книжка крафта. Ну. А, меч. И тут весь все крафты. Оп, два блока, одна палочка, понял?
Хорош. Ребята, на F3 уровень для алмазов. Одна палочка. Роблок. Ой, смотри. Извиняюсь. Разблок. В координатах. Да. Это не работает. Y, которая. В координатах Y. В координатах Y. А, Y. А, 8 получается? Да, да. Что, на 8, на 8 стане 3 блока. А. Копай. У тебя есть гравий? Посмотри в инвентаре. Ну, хуя он тебе нужен. Я хочу зажигалку сделать, чтобы этот... ПВПшится, если что. Бэтом. А достижение же показывает всем, да? Да. Да. А огненные недра это что? Это в воду? Это да, он. Это он в воду пошел. Да. Ебать там название достижения. Да блять, они какую-то мету нахуй, у них там что-то. Ну, может он помрет в воду, там реально сложно. Как я вам говорил, что в ад идти надо, там если крепость найдешь. А, ребят, для тех, кто всегда ищет какой-то подтекст. А, еще золото там миллиона. Я покажу, типа, как называется достижение. Вот так. Вот так вот называется. Вот так. В аду? Да, в аду много золота. На этой версии миллиарды золота там. Ну, у меня на 10-м чанке водичка здесь рядом течет, я слышу. Это адекватно? Да. Может да. быть, все-таки сделаем портал в ад? Если он там и главное, можно убить его. А мы можем встретиться с ними в аду? Да, да. Да, можно. А мы что, выйдем из его портала, если мы в него зайдем? Так вот уже Эквель в аду, уже он в аду. Ну да, и мы сделаем портал. Портал, ну, мне броня лежит. Нужна такая. Редстоун нашел, но это я не знаю, я бы интеллект отпиздил, у меня 4 сердечка. То есть даже фармить не надо, да, вам? Не-не, синюю надо фармить чуть-чуть. А синий как называется? Алмаз? Лазурит. Лазурит. Короче, просто скрафтите все железки, пошлите, если что, в ад. Блять, меня прессуют, помогите. Сейчас займемся крафтингом. Мне нужно хопа, я алмазы найду, золото. Я отвечаю, 100% алмазы найду скоро. Оп, оп, меч есть, заебумба, блядь, Тимон и Пумба. А как вы думаете, он соло вообще бесполезен, да? Пошли. Ну, типа, не прям мозга. Да, возможно, соло слышится. Классно, но прям, типа, дохуя времени тратить ради алмазов, я думаю, не стоит. В аду? Подожди, а на что время надо тратить? Пацаны, пишут, что в аду хп регенит, слышишь? Сейчас самое главное, это регенит там хп. Пиздёж. Это байт для тебя. Чего? Что такое? В аду хп регенит. Что? Да, очень, спасибо. Да, все, люблю, у меня занято, я сейчас с мужиками разборки. Майнкрафт сидит и играет. Так, ну я маску делаю, и нас хуярит, блин. На 8-м чанке и 3 блока вверх, да? Да, нет, да, вот типа. Да, ниже 8-го, ниже 8-го, типа. Ну вот, вниз, копай. Типа, вот так, да. Не прямо так вверх. Вперед копаешь, короче, 3 блока в высоту. Взорвалось. Да, что, все живы, блядь? Я прям это я. Мне очень плохо. Поздравляю, Жар. Мне бы... Есть у кого еда, ребят? Да, у меня есть, у меня есть. У меня есть, вообще, кстати, не отнимается. Я вам на торгу, я житель, блядь. Бля, ну нужно найти как-то золото. Ребята, а в деревне же жители были, может они что-то выгодное продавали. Я тут в деревне, помогите, бля. А, ты застрял там, у тебя ночь, да? Вопрос. Блядь, у меня 1.5 хп, нахуй. Я тут в двух стенах, блядь, сижу, просто жду вас. Блядь, Жар, ну ебаный бот, нахуй. Пиздец, нахуй. А за что он тебя? Ну ты чё? Чел просто сверху с каньона падает с высоты и въебало мне дает в полете. Это нормальный мод, блядь. Я не успел. Мы сейчас просто все умрем. Да, мне кажется, нас могут перехуярят и все, блядь. Почему у них никто не умирает, так ничего? Я не понимаю, блядь. Смысл по туннелям ходить? Ребят, есть у кого яблочко? У меня золото есть сделать золотое. Илья, ко мне, пожалуйста, иди ко мне. Давай, давай, выдвигайся, экспедиция заплывет. 71-117. У меня 8 яблок, блядь. Подожди, у меня память не такая. Я сейчас что-то раздобуду, блядь. А сейчас ночь на улице погнали, или день? О, там паук. Да, Ночь. То есть ты хочешь, чтобы я в ночь шел к тебе в деревню, ну, да. С 10 обосранными золотыми слитками, да? Да, элитру хуйни, блядь, и полетел просто. Понятно. Я сейчас достану что-то, ждите. В аду есть золото, пишут, слышь? Кто да со мной? Там, кто там со мной да, прикроет ну там опасно, пиздец. Ну а, да пойдёмте рейд соберём. Я вижу, что ты затаренный, пошли со мной прикрой. Хотя бы пусть ботинки у тебя будут золотые, потому что тебе мобы будут хуярить. В у нас операция тебя? Доставить флагжики и золото. О! Металл, блядь. Блядь, дождь! Нихуя атмосферный, блядь. Балдёжи, блядь. Я думал, у меня в реальной жизни дождь пошел, блядь. Тут Майнкрафт, сейчас графон как в жизни один в один. Защищай, Илюха, давай. Я на маршрут строю. Идём дальше. У тебя есть дерево? У меня да, 50, блин, да, тут есть. Так криво настроил. А вы что, прям, парни, вы прям в самом низу земли планеты? Могли бы просто... Мы наверх, ты ко мне, да, иди, у меня много сил. А у меня нет кирки, я не могу сломать. Прокопай ко мне, вот здесь кирка есть. Бля, пиздец тут. У меня 26 металла вообще. А, Джонни, координаты быстрее. Координаты. 371, 117. 371. Сейчас я разобуду алмазы, не ссыте. Бистикс, ты ко мне дойдешь, да? Я же говорю, я не могу, у меня кирка сломалась, тебе надо покупать ко мне. Понял, иду. Начался рассвет и начался дождь, который тушит скелетов, блядь, это прикол?
Типа. Вот сюда. Мне кажется, там командами кто-то играет. Я не хочу спринтить, потому что у меня. Джонни, мы около деревни. А, у тебя тут все зараженные жители! Ты куда нас привел? Ясен хуй, блядь. Давай, я отпишу. Пауки. Так, ну у меня Илюха телохранитель, давай. Ебать, слоу. На. Бля, что-то да, странная да, хуйня. Можешь либо верстак. Точно все нормально, блядь. Все, а пойдем со мной. Я тебе Джонни, дам все. У меня очень много всего. Короче, разъебанный такой. Можешь металл возьми? Все, отлично. Не, металл мне есть. Мне просто верстак нужен был. Панику, найди меня. На тебе дерево, бистик сдал. Спасибо большое. Чего сделать? Собаку приручить. Мать, боже. А у меня есть две кости, где собака? Скажите, а вы видели это? Голем побитый просто. Может, голем отпиздить? О, я вижу ваши ники. Погоди. Еда. Все. Мясо. Еда, одно яблоко у меня только. А, ну то нет. Не, яблоко очень не трать. Джонни, выходи. Я боюсь. Тут никого нет, мы всех убили. Я приручил! С первого раза! Ебать, гений. Телепорт есть? Мой сладкий. Бля, ко мне по-братски. Да где ты? Ну... 300, блядь. Ну ты я тебе координаты дал. Ну это сложно. Бля, тут все заражены. У тебя вообще тут жопа. А что делают зараженные? Что делают зараженные? Я прорываю к вам. Грызи их, песик, грызи их. Пока алмазов мало. Один выжил. Ля, кожа меняет. Ай, уйди, тихо, нет. Ебать, нет, я точно не выйду, идите нахуй. Это уже интересно. Спасите, помогите. Блядь, почему я не вижу твой ник? Обернись. Нарвался на пещеру, блядь. Я тут! Где? Тихо, обернись. Пёс, помогай! Посмотри на дверь, блядь. О, вот он стоит! Помогите! А что у тебя тут открыто, по-моему? Пацаны, нарвался на пещеру! Мы нарвались на проблему, когда заходили. Краф тут больше не живет, это что? Короче, золото. Плавится. Пацаны, как печку сделать, научите! Ну там. А 9 камня вокруг, кроме середины. 8. Ой, 8, да, простите. Играю в Майнкрафт. Блять! Обосрался. Что за достижение он получил? Так. Ебать, из слитков делается все, отмена нахуй, пизда. Тогда и слитков. Так, 9 камней вокруг. В 1 миллион золота, пацаны, надо ват. Одена, высрать, у меня 3 сердечка. Так, алло, можно портал... Как сделать, ад? Я сделаю его. Я сделаю, я сейчас построю, идите в это... Давайте лучше портал в рай сделаем. Карьеру. А рай есть? Да. Давайте сделаем. Давай. Надо глоустону накопать. Да почему у них никто не умирает, хоть один? А где у меня еще одна печь? Это реально пиздец. А печь можно сломать потом? Тактика-то? Смотри, это тактика проиграть, ну, что добить. Да, я пока копаю, пока не умру от зомби. Курицу жарю. Я верю в нашу команду. Беги, нахуя. Да, серьезно, ребята, спокойно. Ладно, Джонни, я обратно, пошел, удачи тебе тут. Спасибо. Пока подкрепимся. Вы там что, как парни? Хуёво. Погнали, обратная экспедиция. Полтора сердечка. Давай. Если они там портал построят, нам надо еду, быть еду. Дать вам еду. Да. Идите сюда. Я все собаки скормил. Обратно? Ну, если хотите еду, то да. Я тут. Так, вот это вам. Беги, они за тобой. Парни! На, держи рыбку, держи. У меня очень мало хп, я тебе. Чего, Слава? У меня враг, кажись. Илюха сейчас и рыбку съесть. Типы есть? Типы или мобы? Не, типы говорят. А, ну тебе пизда, походу. А ты мы, где? Мы, короче, мы к вам идем, чтобы если портал построили. А ты где? Не ходите голема на счет 3 пизды. Пускайся вниз. Давай, мы его вынесем. А что из него падает? Железо. Чтобы вы понимали. Ой, самолет. Одно золотое яблоко — это 2 хп. Пиздец. Да, это жопа. Это просто пиздец. Подожди, у тебя там люди, что ли, Слава? Походу мне говорят, да. Shift нажми. Shift, у меня ник не будет видно, да, через стенки. И на не, шифте, будет, иди но очень серо. Подожди. Да? Они могут увидеть мой ник? Да. То есть я могу увидеть никнеймы других чуваков, не вас? Да. Если они не на шифте, то... Блять, а я шел к никнеймам, блять. Так, на шифте, по-моему, чуть-чуть видно будет. Нет никнеймы все равно? Вроде нет, вроде он исчезает. Чуть-чуть. Я не знаю, как в этой версии. В старой версии он исчезает полностью. Тут я не знаю. Тут вроде тоже полностью. Тут чуть-чуть, не полностью. Ну-ка, зайди за дерево и на шифт нажми. Да кто? Ты где? Его не видно, вы чё мне тут... Вот смотри, встань на shift. Ну я твой не вижу вообще никак. Ну встань, вот, встань на shift. Я тоже не вижу, я вот вижу, кто-то нажимает, я вообще не вижу. Чё вы мне тут рассказываете? Блядь, я просто помню, что... Я не знаю, я ни одного ресурса нормально. Это либо хардкор такой, либо версия новая, потому что раньше было видно, я точно помню. Парни, подождите. Я у шахты. Предлагаю сейчас всем встретиться.
Мы идем к тебе. Это хорошая идея. Сюда, сюда, Джонни, сюда. Блять, я какие координаты шахты? Ребята, золотое. Все, все, парни, 80 минус. Твоя собака чуть не скинула меня нахуй. Молодец, Петик. Вакцина ебаная, блять. Ты че? 80 минус. Все, короче, из деревни выходит один. Хорош, хорош. У них умер, у них умер. Да, 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 да. У нас уже два мака разбилось. Ну нормально, у них еще сейчас. На первой минуте. Я иду на сушу. Я ищу вас. Короче, я предлагаю просто сидеть в пещере и еды набрать, я не знаю. Не, я серьезно, просто вторая ночь это будет пиздец, фантомы будут, это вообще забей. Так надо под землей же. Да, 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 они под землей. Они сквозь. Фух, блядь! The Flag GK тут у меня, ебаный сыр. Мы идем к себе, мы идем к себе. Вот он, внизу, вот он, внизу. А, вон он. Я обосрался нахуй. Операция спасения! Что, шахтер, блядь, сейчас такой весь измазанный. Спасайте меня, мужики, ебаный сыр, блядь. О, железка, нормально, спасли. Бля, ребят, нам. Парни, я пещеру нашел, хотите покажу вам? Не надо твою пещеру нам смотреть. Не будете? Сейчас приводит и там три эндермена, бля. Здорово. На всякий случай, вот там внизу пещера. О! Найс. У меня сейчас кирка сломается. Смотри, мы пёсель, смотри, как тебе. О, охуенно. Как делать? Только не ударь, вообще ни разу не бей, а то пизда. Да, не бей его, а то он загрызёт нахуй просто. Так. У него бешенство еще. Я назвал его Скворчун. Курицу будет тоже рать? О, буду. Короче, пошлите, я буду портал строить, слышите? Давай, есть давай. У кого одно железо? Одно железо у кого есть? У меня есть, у меня есть. 5-5-5-5-5-5. Не, у меня нет. Одно. Мужики, срочно надо броню построить. А у вас яблок дохуя, чтобы мы... А, ты железо украл, железо украл. Ребят, а херабрин существует? Да. Потому что я слышал, по-моему, его только что. Такой звук был, как будто ужастик, ужасы как будто начались. Да, это херабрин определенно. Херабрин, да. Бля, я. Слава, ты у меня железо. А, все нормально. А где? Не. Пчелобаф у нас где? Что, мы идем или я тут. Давай. Я отвечаю, ты херабрин. У вас яблок дохуя? Чтобы мы пошли не зря. Яблок. А где пчелобаф у ёбок? А, надо яблоки набить. Дефолтных яблок. У меня очень мало хп, что я не отдал. Нет, дефолтные, но у меня семь дефолтных яблок. Если что, у меня полтора хп, друзья. Что у тебя? Три. Полтора хп. Зомби, осторожно. Бля, но золота у нас нет. Я разберусь с ним. У меня шесть золота есть. Если что, готов тоже вписаться. Как на то яблоко сделать? Подскажите кто-нибудь? Слава, ходи с фиксовой сюда. Я только с ним буду играть, Золотая морковка устанавливает, нет? Фикс, я с тобой брать. Золото надо. 8. Это я, да, трофейчик мой. Короче, пошлите, я просто засунуть. Давай. Кролик ебай. Блять. Ебаный, сука, скелет вот этот самый, бля, хуёво. Блин. А куда все попали? Да. У меня скелет, я всё хп проебал мне. Я тут чего? Пойдём. Да, окей, погнали. Чё у нас по порталу в ад? У нас же, по идее, нам просто ведро надо, и вот, смотрите, да, у нас тут лава есть. Смотри, у меня всё готово. Бля, вы реально хотите? Щит как делается? Давай, в ад, пойдём, похуй. Мы сейчас делаем. Через книжку. Иди сюда, быстро, сейчас, чтобы он не потерял. Бля, главное, чтобы это, бля, криперы сверху не посыпались, бля, ебучи. Да, только аккуратнее, мы сейчас пойдём, где много лавы. Бля, так может быть, что-то золотое сделаем, а то это пиздец сейчас опасно, но. А золото лучше, типа, чем железо? Там просто не агрится. Там мобы, да, тебя просто не пиздят, когда ты в золото. А золото есть у вас? Хоть одно. У меня лучше на яблоко. У нас у всех мало хп, мне кажется, лучше на яблоко. Потом уже. Да. А как ломака? Так подожди, мы могли там воду разлить. О, алмазы, блядь, слепой нахуй! Серьезно? Это не алмазы, это лазурит, блядь. Наконец-то алмазы, так. Алмазы сладкие. Короче, а вот здесь портал будет нормально? Короче, похуй. Да, нормально. И лёжа собрался портал делать? В смысле, а ты не знаешь, как портал строить? Ну я не умею через вот это, типа, воду, вот эту вся хуйня. Я умею. Чё ты шипит, блядь? Бля, я рядом всю лаву затопил. Красава! Так там, подожди, вот тут лава разлита, мы вот здесь можем. Мне, короче, мне скоро начнут алмазы выпадать, мужики, у меня уже седьмой уровень. Я сейчас комбат, я здесь строю, слышишь? Давай. Бля, я дырки закрою, чтобы не упали в лаву. О. Или я неправильно. Кому морковку? Предлагаю пойти в ад и умереть все вместе нахуй там просто. Обменяю морковку. Мы не умрем, а там есть сы. Будь здоров. Мы будем драться, ебать, до конца нахуй. Спасибо. До моего конца, блядь. О, железо, блядь, ну-ка. Сейчас я пропал. Где лава? Ой, бля, освещать надо, сейчас пиздец будет тут. Живи. Бэтмен. Спасите меня, сохраните, осветил. Ой, тут паук. Алмазы нашел. Где? Нам не врали, легенда, правда. Давай добудем. Блядь, только, пожалуйста, посветите мне тут, ебаный рот. Аккуратно. Тихо.
Тихо, все, я портал построил, че, летим? Пошла нафиг лава. Сейчас, подожди, он алмаз нашел, давайте сейчас еще полутаем. Сладкие три алмаза. Там чел тоже у них алмаз. У меня три, у меня два, у меня два еще. У меня тоже есть. У меня три есть еще. Короче, у кого больше всех хп? Давайте меч сделаем алмазный. У меня фул хп. Ну так. Тебе к нам тогда нужно. А где, кстати? У меня полтора сердечка только нету. А у кого есть текстовый документ, кто координаты записывает? Голубой против скелета файт. Нет, там просто паук такой. Тихо. Чё по хп? Уёбище, бля. Мы идём под... Я портал построил. Бля, парни, есть у вас железо? Кому железный меч надо? У меня лишний. Мне. Вот, держи, на. Запишите портал. О, золото, блядь. Зомби. Золото надо? Координаты, записывайте. Садхом, пропишите садхом. 291-8. Бля, аккуратно, только не пизданили. Есть у кого железная броня вверх? У меня нет. Не, у меня вообще нихуя нет, я голый, блядь, и мне хп мало. Славик, пошли на экспедицию, надеюсь. Забрал золото. Давай сюда. Блядь, давайте быстрее, золото, блядь. Тихо. Аккуратно. Блядь, давай. Блядь. Я блоки закрываюсь. Я опять закрылся в блоках, нахуй. Пизду, блядь, этот Майнкрафт ебаный нахуй. А что за грибы? Тихо, ребят, осторожно. У меня алмазный меч, я ваш телохранитель. Я вижу там золото сверху, видишь, Фикс? Сверху, над тобой. Да. Надо туда. Это золото? Да. Это пожалуйста, самородки вроде. Принеси. А кого мне бояться в аду? Всех. Вообще все, что движется, и то, что не движется. А, буду драться? В лесу в этом заспавнило. Бля, да. Олег, можешь просто золото принести? А что это по-хорошему? Мы поднимаемся к золоту. Так что не, у меня полтора хп, я в аду сейчас копаюсь, пойду нормально забегаю. Фонарик пиздит, железная кирка. А, нет, это мой. А вот это. У меня тут, блядь, эти дураки нахуй зеленые. Тут мирные жители, они пиздец хуярят жестко. Тут еще есть кабаны. Нихуя не мирные, блядь. Тут есть кабаны, которые пиздят, прям пиздец. Да, вообще не подходи ни к чему, что похоже на жопу и на жопу не похоже. Нормально придумал. Ну он тогда ко мне не подойдет, получается. Так у них реально сорокотан нормальный. Бля, тут страшно. Ломаю какую-то хуйню непонятную. Его не поддержали никто. Посыпали, слышишь? Кусочки. Чего никто не смотрел? Блядь. Ломай кусочки эти слова. Бля, ну ты долбоёб славян, конечно. Почему? Нах ты упал. Да я не со зла, блядь. Так, ребят, я наверху золото ломаю. Хорош. Бля, сейчас вообще, знаешь, в прыжке, блядь, со спринтом прыгать по аду будет, бля. Я у тебя спиздил уже золото, нормально. Поебать! Так а делай. Самородков, неплохо. Делай мне яблоко. Самородки выпадают? У меня сейчас 4 золота. Ну яблоко, сколько стоит делать яблоко? Нахуя, 64, 9, 8 слитков, 8 слитков. Тут мясо, блядь, застывшее вот это. Это 64 самородки. Не, на самом деле... А у вас много яблок? У вас много яблок? У меня 7 яблок. А ты в аду уже, да? Я у портала. А я портал не видел, где вы мясо нашел. До сих пор копал, я ломал. А я же координаты сказал. Я понял, я сейчас вернусь наверх. Давайте спускаемся, пиздец. Я боюсь вообще любого. Аккуратно, тут пиздец опасный, дядь. А, тихо! И на Эндермен не смотри! Я чуть не посмотрел сейчас. О, фонари! Давай, Слава копает кварц, говорит мясо. Слышь, Слава, аккуратно, здесь рядом Эндермен, дядь. Откуда ты знаешь? Джонни, ты где? Так он не бьет же, ее главное не смотреть. Я у этого, у портала в обычном мире. Так мы тоже тут. Это не наш, что ли? Подожди! Это не наш портал? Ебанумба. Мы не у себя вернулись, ребят. Вы вышли в их портал? Да. А что зона сужается через 3 минуты? Как зона у них не будет? Так ебашьте их в спину, пока они не ожидают. Где они вообще здесь? Я на шуте. Слушайте, слышишь, Джонни, они могут в наш портал это пойти. Я их уголь украл. Тут один нахуй сижу. Я их уголь украл, ребят. Полтора хп, блядь. Тут свинья, блядь. Оба. Пошли. А где выход у них? А вы видели хоть раз зону? Они говорят, парни, а как вообще? Я видел зону. А как она выглядит? Стой, здесь проход. Ааа, сзади что-то бежит! Он тебя зомби заагрил, долбоёб. Зачем ты зомби заагрил? Да я агрил никого, блядь! Ой, бля. Слава, у меня полтора хп, ты ко мне привёл, нахуя. Илюха, я нашёл выход. Я пошёл, давай дальше.
Блять, Слава, ты ебанутый! Ебанутый. Слава, ебанутый, блядь! И с меня убил Слава. У меня свинозомби подбегает, блядь, пизды дает. Да я не душе ебу, что свинозомби, я себе рыл спокойно, золото стоял, да хуй, блядь, наорал на меня, блядь. А, это не наш портал, я понял. Как не надо? Ребят, ребят, я к ним в спину зашел. А это кто здесь? Excel Show вижу. Короче, я не захожу ни в какие порталы. Стоп, погодите! Не понял. Это мы не у себя дома? Это не у себя дома. Блядь, давайте подчистую пиздите у них все нахуй. Ребят, я все уже стащил, вы опоздали. Просто бежим тогда, просто бежим. Бля, как быстро. Они, короче... Стоп! А, это ты, Илья, фух, уже обосрался. Пацаны, а вы дайте координаты. Забирайте даже факелы нахуй. Короче, они все это время были на... 0 минус 90. Я как начал... У меня... Бустер, самурай. Сейчас в чате ачивка, что дракона уже захуярили. Тут пес живет. Это мой. А, все, понял. Да, ты что, не трогай. А у кого-то есть золото хоть сколько-то, блядь? У меня 15 У меня сморозков. Есть на одно яблоко, но мне нужно яблоко. У меня 28 золота! Ебать, пожалуйста, принеси. А куда нести, как нести? 28 самородки. Короче, самородки. Погоди, самородки, кусочек золота. Тебе из них надо сначала плитку вот эту сделать. А как плитку сделать, братан? Нам в чате спойлерят немного. Что? Что спойлерят? Не надо, это нечестно. Там и так отсосали. Не, я чат читаю, но я ничего не понимаю, один хуй, поэтому мне вообще все равно. Ну они в аду, короче, а мы у них дома, так сказать, сейчас. А, вы у них дома, вы дома нашли? Пизди, все нахуй! Да тут ничего нету, один уголь был оставили. Это тоже челленджи выполняет, нахуй, с баки челлендж. Чилит, блядь. А у меня идеи есть. Так, и что нам делать, что вы предлагаете? У меня тоже есть алмазный киркай. У меня алмазов очень много, я находил людей. У меня 3 алмаза, давай. Дайте. Подождите! Из яблоки. А, нет, если мы сломаем здесь портал, ребята, у них новый появится. Если что, да, у меня 16 алмазов и есть алмазные ботинки, кирка и меч. Ты ж фикс. А мы можем. У меня нет хп. Алмазные ботинки. Мы можем ловушку построить, знаешь, грифер шоу, блять. Около портала яму прокопать. Реально, давайте построим ловушку, я не буду заходить. Пам-парам, поехали, ловушечку. Давай весь дом динамитом заложим. Опа, лава. Это охуенно. Идеально, идеально. Сервере делал. Уверен, что они в этот портал полетели. Да. Ну, да, скорее всего. Давайте дырку, просто копайте дырку огромную вокруг портала. Осторожно, ребят, не стойте около портала, я тут прокапываю. Давай. Зубачка, не падай в лаву, не падай. Не выходите в портал, пожалуйста. Сиди здесь. Да, не выходите из ада. Сейчас сам работает. Кто был в аду, останется там. Я такой на портал, и тут 8 человек нахуй вылезает, блядь, как клоун из маленькой тачки, блядь, и меня хуя. Блин, у меня собачка опасна сидит. Я ломаю вот этот обсидиан. Пиздец, у меня 1.5 хп, что мне вообще делать? У меня 5, но мне тоже не комфортно. Хуйня, только вообще без шмоток. Бля, пацаны тут... пиздели, что отхилит, бля, я то пошел ломаю, нахуй. Ой, правый ломаю, точнее. Не, Слава, как у меня тут свинозомби уже рычит. А вот это пизда. Да я уж понял, блядь. Наебали, блядь, средь бела дня, блядь. А мы обсидиан-то вообще железными кирками сломаем. У меня есть алмазный, но я в пещере. Блин. А он разве выпадает? Он же не выпадает. Нет, железный не выпадет. Так, но нам сломать главное. Пацаны, можете объяснить? Смотрите, вот ебаные самородки, снимай, блядь. Что с ними делать? Вот у меня есть верстак. Берешь верстак. Посмотри книжки, посмотри книжки. Просто да. Разложи. Понял, просто по кругу, да? Да. А, все, понял. Ебать его ломать. Оп. Я сконцентрирован на левом блоке, погодите. Я сломал. Оп. Зона пошла. Я уже давно ломаю. Ёбаный рот, я сейчас от зоны, походу, сдохну. О, все, отлично. А куда зона-то пошла? Куда она потом? А как понять, как зона? Отойди, самурай, отойди. Она сказали, кто-то из наших видел ее, она типа синяя. Да, я видел, я бордера видел, но я уже не помню. Вначале. Она вас не убьет, надеюсь? Ну, она убивает, да? Она будет убивать, да, она будет убивать. Она ваншотит или как? Что? Ваншотит или как? Его тоже не, ну... Бля, ну потихоньку. Так они сейчас застрим снайпер. Ну вообще в нее лучше не залазить вообще. Ну я просто в пещере. Вот тут надо застроить. Я в пещере, я пошел. Ну ты ее увидишь, ты ее увидишь. Ты ее увидишь. Йосиф, тихо! Тихо. Ебать, я хочу посмотреть на эту хуйню. Ну, бывает, да, Славы. А в аду есть зона или нет? Кстати. Это интересный вопрос. Короче, ребят, спасибо. Если они сейчас сюда приходят, мы их просто мечами сталкиваем, они внизу умирают в лаве. Давай. Ебача угар будет, нахуй. Забавно, если они сюда вообще никогда не вернутся больше. Тогда, прикольно, забавно, если это просто чей-то наш портал, только другой, блядь. Кто-то сделал, У меня просто так охуенно, просто в двух стенах сижу, жду и это золото, ебать. Ребята, вы можете ваши координаты дать точно? Бля, нам на парню Джонни помочь, как бы. Минус 49, минус 78. Это XZ. Мне кажется, мы уже заспойлерили, слышишь, чате? Да, минус сколько? Первое сколько? Минус... Сейчас скажу еще раз.
Минус 49, минус 78. У меня пол хп, блядь. Я кого-то вижу, кто-то идет. Кто-то идет. На shift, блядь. на shift, все на shift. Значит, стоп, наоборот, убери shift. Уберите все shift, я посмотрю. О, это кто-то из наших, Дрейк пишет, free diamonds. Вар. Это рофл, стал забить. А, блядь. Вар, это кто-то из наших шифтует, Я в пещере шифтую. А вот ты кто ходит, смотри. Да, 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 а, это я, да. Все, у тебя есть вот яблоки? Отожми шифт, да, это кто там? Семья, я иду к тебе. Ой, блядь, у меня тут кто-то на шифте, Илюха, я тебе жопу ставлю. Пизда, у меня одно хп. Тут Кенс, походу, слышь, какой-то остался один, застроился где-то. Вот он, это что? Что бегает? Илья, вон ник, блядь. Так, я в портал останусь. Опять шифт. Нет, это Егор! Егор какой-то, блядь! Залупкин, блядь! Мы нашли чела, идите сюда. Пиздите его, толпой есть у вас. Залупкин, Егор! Я иду к тебе, Джонни, у меня просто пиздец скелетов, я к тебе строю. Я просто, я бы тебе помог. У меня одно хп ровно, у меня ровно. Вот, у меня ноль брони, Мы сейчас пиздить, мне похуй. Давай, давай! Блядь! Ты что, вы спали? На меня грави упал. А вы шифт отжали, Этот парень был из тех. Это самая нелепая смерть, блядь. Идите сюда. Сдох от гравия, на могиле так и напишут. Ой, блядь. Ёп. Засыпало, блядь. Чуваки, я сейчас смотрю на их лут, забейте это, типа, сори. Что, хуйня, да? Ебать, Илюху накрыло, блядь. Чё там, то есть мне не скинуть их в лаву, да, около нашей ловушки? Главное, у нас командный дух, блядь. Командный дух у нас вообще ебанутый, блядь. Яйцо надо? Пацаны, идите, пожалуйста, парни. Давай золотое яйцо скрафтим, блядь, Фаберже, нахуй. Пацаны, заберите лут Илюхи, или вы не хотите его? Сава, иди туда, где ты думаешь. Слышь, Илюху добил, блядь, лут Илюхи не хотел. Мне интересно, ну, я в спектаторе летаю, я интересно, мне можно говорить об этом? Конечно, все нам рассказывать. А, их там трое, блядь, куда я копаюсь к ним? Да ебаный гравий, блядь. Бля, Илюх, ну ебаный. Все. Бля, ебаный свет. Мы остались. Ой, блядь. Славик, портал давай, Славик, я тут один. А как вообще меня убила лава? Блядь, они, наверное, блядь, тренировались, мету разрабатывали, блядь, какую-то. В Майнкрафт 10 лет не играл, ребят. Пиздец. А меня что, вы понимали, через полблока лава закоцала? Блядь, тут крипер еще нахуй. Фикс, брат, там, короче, лут, я не знаю, ты тебе нужен, не нужен, я пойду разберусь. Фаджик, ты видел, где мой ник? Ну кто-то должен... Я видел, где твой ник. Давай я поконтролирую портал. Я думаю, там полностью сгорело, меня закоцало полблока. Вот здесь заходи, вот здесь заходи. Там часть осталась, посмотри, попробуй. Слышите, пятерых вижу, хотите попиздить? Хочу, но не очень. У вас пятеро, нахуй, ребята, я вам так... Оля... Какой вариант самый адекватный, мне поскорее к вам попасть? На матерой кибить. Я не знаю, как честно. Кил. Не, я просто под землей к вам роюсь, ну что-то я уже полгода роюсь. А я к ним роюсь. Их шесть. Бля, эй! А, кто? А, что? Сука, идет зеленый на меня, дурак. Иди к порталу, давай тут стоять. Давай. Че мы делаем? А! Тихо! Это у кого крипер, что ли? А сколько нас живо, парни? Сколько нас живо? Это наверху крипер. Нас 4, что ли? Ну я жив. А, нет, нас 5, нас 5. Видишь, как я близко к ним, блядь. Сейчас 4 будет, блядь. Тебя нахуй отпиздит, блядь, просто. Джонни, у тебя снизу зомби. Блядь, ебаный. На шифт нажми, Славик. Блядь. На шифт нажми. Пошел нахуй. Ты думаешь, что-то прилетит сюда, братан? А где они? А где они? Блядь. НТ, Джонни. Нас четверо, кстати, уже, да. Смотри, уже прилетит. А что происходит-то? Вы никак не выиграете вообще. Нас выкашивают. Никак. Мы их в лаву скинем. Все, есть идея. Все, они не подойдут. Я вам отвечаю, админ летает, мобов спавнит нам, блядь. Они уже не в аду, я их вижу сверху. В смысле не в аду? Да. Я для кого-то строился? Пойдем в ад, Пошли в лаву прыгнем просто, обосраться. Не-не, пойдем в ад, отвечаю. А, ну раз их там нету. Я к ним уже купаюсь, если же. То мы в ад, погнали. Стоп, а кто к ним? Подожди, нам надо помочь, наверное. Блять, а как они нашли так много ресурсов? Мне просто интересно. Я не знаю, блять, это пиздец. Они сразу с шахты, наверное, все пошли, блять, одновременно. Мне просто интересно. Если бы я не умер, у меня был алмазный свет почти фулл. У меня был... Что, куда, в ад пойдем? В ад пойдем, блядь, давай. Ёбаный рот, бля. Мы, возможно, не вернемся. Скрафтите щиты, пишут, а как это сделать? У меня нет железа скрафтить. У меня есть железо, брат, 17 штук. Давай я скрафчу щит. Мне какой-то ебан. Давай нам щиты, братан. Ой, мне пизда, ребят. Слушай, а брони у тебя нет там каски, блядь? Кожаные штаны есть у меня, что-нибудь другое? У меня штаны есть. Ой, блядь. Ну штаны у меня тоже, блядь. А, вот каска у меня есть, ёбаный себе. Тебе пизда, да, самурай? Это железо. Ещё непонятно.
Самурай. Короче, кто возле портала стоит, съебывайтесь нахуй. На, бери щит, Слав, бери щит срочно. Спасибо. Во вторую руку. В смысле возле портала уходить? Ну... А, лучник! Я не знаю, это помню. Блять, обосрался нахуй. Пока, блять. На шифте. Куда? Портал, портал, портал. Портал, все. Чё, не знаю? Лучник, тихо, лучник, лучник! Нет, он выстрелил в меня! Блять, вы реально зря так стараетесь. Короче, я вам предлагаю выйти наверх. Беги! Блять, беги! Ты обратно! Обратно! Ломай! Ломай, все, портал ломай! Понял? Все, ломаю! Ребят, а меня забыли! Пофигу! Ебать, я на ладно, своих не бросаем, я за ним, я съебал лес. Чё? Он съебал. Они все ломатные, короче, да. А как, блядь, как? Все нахуй зачарованные. Так а за что? Слава, беги, я задержу их! Они портал ломают, слышите? Хорошо, фиг, спасибо! Или я задержу их, ведром, давай. Ведром их можно победить, ведром? Не-не, Слава, короче, давай с Фиксом один на один. Бля, короче, да, ведро Славы. Короче, на один выходите, слышите? Один на один. Я своих не бью. Самурай, тебе пизда, блядь. Да-да-да. Он уже на тебя прям охоту, все, тебе пизда сейчас. Прыгнет просто. Бля, мне алмазы нужны, мужики. Я не знаю, они как-то, у них какая-то мета была, блядь, какие-то челы задроты ебаные. Не знаю, я ни одного алмаза не нашел, хотя я два часа сейчас копал. Зак, пиздец, ебан. Да не, портал, 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 заводи, или они сломали его. Он лавой залил его. Он портал заруинил, понял? Я могу новый сейчас создать, я сейчас новый создам, когда приду. Подожди. Да он не пропустит, блядь, он не пропустит. Да нет, он меня держит. Он так терпит, пиздец. Я на смерть пошел, парни, давайте, все, я тебя спасу сейчас. Он уточку скрыл. А, я в лаве, они все лавой застроили. Ебать его сыр, нахуй. Бля, Фикс, мы по приколу, наверное, про лаву сказали, нахуй, два. Я застрял, я не слышал, я застрял, я не могу ни блоки ставить, все, я межизмерение. Тебе помочь? Я межизмерение, мне никак не помочь. Вы видите, что у меня приходит вообще, блядь. Бля, он вообще, он ебанутый. Я возьму твою собаку, так, братан, смотри. Я ничего... собаку. Я не человек. Как ее взять, чувак, она тюрьме служила? Короче, самурай, называй, слышишь, называй просто в боксы закройте, нахуй. Пусть, ребят. Пусть он тебя будет пробивать, ты его просто ёбни, потом Джонни, он упадет. Джонни, у меня проблема одна, у меня полтора. И резов мало. Просто закройся, прям реально в бокс. У меня проблема, Джонни, а посмотри меня. Фиг, не тэпаться? Нет, ты застрянешь. Если ты тэпнешься, ты застрянешь между мирами, просто, как я. Просто прыгни, просто собака, прыгни сейчас наверх. И можешь скинуть его, аккуратнее только, аккуратнее. У меня есть теория, как я. Блядь! Но ты пытался, он реально мог упасть, если у него блока сзади не было. Слава, прощайте. Я выплыл из шахты. Все, у нас вдвоем остались. Нет, еще два. Витёк! Чемпионы, блядь! Давай, сейчас выиграем, брат. Сейчас я хрюшку убью. Я уже иду, давай. Сейчас я поднимусь, тут меня все выстроили уже, ребята. Где? А, чебупелька. Слушайте, а еды прям много надо фармить, да, в идеале? Ну... И даже здесь особо не нужна. Тебе, не знаю, у меня всего лишь 4 этих. Тебе никто не поможет. Слушай, хоть никнейм бежит, судя по всему, мне ты, да? А чё, Илья, ГГ, ты в нас не веришь, что ли? Вдвоих против девятерых. Так а я из-за... Витя, беги вперед. Вперед, у тебя там типы будут, убьёшь сейчас всех. А вон, это кто? Подожди, это кто? Это они, убивай их. Это они? Да, это они убивают. Да, ну в пизду, я лучше уйду пока. Да иди, убивай, они там вообще крипы полные. Я по тактике лучше. Я нашел какой-то домик, блядь. Мне нужно покушать. Ой. А где еще свиньи-то? Ладно. Мудачело ебучая, блядь. О! Волк, мне волк нужен. Пиздец. Ебанумба, нахуй, я посмотрел. Ебаный сын. Че там пиздец, да? А как так вышло? Они типа настолько лучше играют? Два чела фулл алмазки зачарованные. У них там, да, у них пиздец. У них у всех алмазное снаряжение, типа, как. Еще и зачарованные. Как они так нашли, типа, все и зачаровали. Не, Илья, если честно, я бы то же самое сделал, если бы я там плавил. Мне кажется, им попанцы дракона пойдут убивать вообще. У меня потому что было 30 алмазов, уже нагрудник алмазный был. Кирка. Ну, ты понимаешь, сколько у них Ну, я понимаю. У них у всех, да, ну я понимаю. Ну, у меня хотя бы. Так подожди, какая разница, в алмазной ты брони или нет? Я лавы тебя залью, и ты сдохнешь, нет? Да, девятерых зальешь одновременно. Не, ну хорошо, ну парочку-то я могу с собой забрать? Не-не-не, у них по-любому там типа все хорошо. Да, у них и яблоки по-любому есть. Бля. У них зачары огнестойкость там, наверное, какая-нибудь. Да, у них. Короче, я вам предлагаю просто умереть и все. Бля, они пиздец, они весь низ. Славик, шифт держи, не отпускай просто. Они разрыли весь низ, дядь. Ой, блядь, это волк.
Я могу сделать ловушку с кнопкой, чтобы взрывная такая, чтобы взорвалась, блядь. Не? Ты случайно на нем сам наступишь, блядь. Ты можешь липкий поршень скрафтить, и там будешь нажимать кнопку, и дырка открываться будет. Ну вот мне что-то... О, что-то капает сверху. Это лава, 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 лава. Не, как за такой короткий срок можно найти, блядь, алмазный сет, блядь, на девятерых? Смотри, я уверен, что они просто сразу все вместе пошли вниз. А, во, я их вижу, смотри, я их вижу. Ну, у них большие очень, смотри, какие подземелья. Слушай, тут какие-то звуки сраные. Так мы тоже все были... Так, напасть мне на них, крысу? Нет, Слава, Слава, давай на них крысу нападем. Я в двух блоках давай, сидел, давай. Блин. Слава, ко мне иди, смотри, координаты. Минус 103, 79, минус 93. Их здесь, у них дом здесь обоссанный. Давай дом им подожгем нахер хотя бы. Это точно звуки природы? Раз, два, поджигай три, четыре, дом, нахуй, сжигай, сжигаем поселение, бля, слышь? Я могу им поджечь лаву, лаву и убежать. Давай, 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 просто сжигаем нахуй давай. И съебывайся. Хорошо, давай, давай, я им дом сейчас сожгу. Нахуй. Поджигай лаву, нахуй. Поджигай дом, нахуй, просто. Я им сейчас сожгу, дом без палева. Они меня не видят, они меня не видят. Сжигаем все лавы, все сундуки, блядь. О, водопад, ебаный соус, блядь, ну-ка. Так они не поймут, блядь, что я не их, не их союзник, блядь. Я сейчас не в дом забегу, все, пиздаем. Давай, давай, давай. А ты без брони? Все, чекай, смотри. Так они не поймут, блядь. Ты объясни Витька, он развалит их. Смотри, 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 блядь. Я бегу, они такие думают, вон на ФК стоит, на ФК стоит. Да, плюс там ФК кто-то. Вместо его, я такой, типа, здорово, мужики, как дела? Давай, давай, давай. Хоп. Да нет, ну реально забежал, да, короче, надень этот алмазную броню и типа свой, блядь, вот там рядом. Так, меня, ну меня не спалили, я лаву поставил и ушел. Блядь, ну охуеть. Так, сейчас еще лаву надо найти мне, а то у меня закончилось. А какой у него ник, я запутал. Да, они убрали лаву просто. Они убрали лаву. А что это? Надо было под типа ставить, который ФК стоял. Прям под него на блок бы, и он бы сгорел. Ну, кстати, блин, я уже чувствую, что в Майнкрафте PvP такой себе пролагивает, да, все-таки. Уж я лаву поставил, она чуть долго ставилась очень. Это какая-то странная хуйня, ломай ее. Принсимсы ты, может, они не будут пиздить. Ебать его рот. Так, а не, подожди, а вот то, что я лаву поставил, там хоть кто-то надамажился хоть немножко? Нет. Тебе надо было под типа ставить. Бля, смотри, у меня сейчас ведро славы опять стало, что за хуйня? Ведро славы. О, иди обратно. А, ну не поставил, значит? Иди обратно к ним, иди обратно к ним, я не пойму даже. А какого хуя она не поставилась? Правой кнопкой. Витя, иди обратно. Давай скай базу сделаем, Витёк. Они второй раз поймут, потому что им сказали 100% уже. Витёк, 103. Просто ходи, как будто реально свой, они не поймут. Пока не считаются. Сейчас еще слава придет, они вообще не догадаются. Сейчас еще ночь, нормально. Сейчас как раз ударим ночью. Реально вместе. Так, минус 103, минус 93. Ебать там раздача у них золота на спаме. То есть они настолько не подозревают, что ли? Минус 103, 90... Все, я бегу, ребят, сейчас еще раз поставлю. Давай-давай. Так тебе они за тобой идут, за тобой идет. Идет за мной тварь какая-то, ах ты ублюдок. На, бля, я вообще никто не понимаю. Блядь, иди ты на... А, это за квинель, это вообще... Блядь, с двух ударов! Читер вонючий. Все, Слава, ты один. Читер, читер. Давай. Не, ну я порвался как мужик. Я как мужик. Слава, Слава, на плейсмент, блядь. Ой, слушай, им, значит, слили инфу, потому что они меня не видели. То есть им, значит, слили инфу. Все. Значит, кто-то им сказал, что к вам прибегали, потому что меня не видели, я ж убежал. Да, по-любому им в чате напишут, типа... Это пиздец. Да-да-да, значит, меня спалили по чату, стрим-снайперством выиграли. Пиздец. Понятно, понятно, блядь. Ну да, только это зарешало, я считаю. Так-то мы вообще их разносили не, в соляном. Не-не-не, так бы реально в ноль. Бля, они на таких лакичах выиграли, это пиздец. Настолько повезло. Ебать, это пиздец. Я первый раз в Майнкрафт зашел. Тоже первый раз. Ну я, кстати, реально первый раз зашел в Майнкрафт, мужики. Да что ты врешь, ты с 3 лет играешь? Ну играл, ладно, с 9, блядь, ну там все равно, типа. Не так прям сильно, я там максимум дом строил, блядь. Заебись, пофасились. О, черешня. Витька спиздили только и все. Ебанусь. Я не знаю, как так можно было, ну, зачароваться, нахуй. Я сдох просто в портале. Блядь, дядь, я вообще в ахуе. Как они... Тебя хотя бы скелет убил, я в портале сдох. У меня было пол ХП, вообще. Как они так собрались-то, ебаный рот. Я не знаю, как так можно было найти, типа, какой-то прикол. А мы еще успеем одну ебануть, пока все здесь? Ой, блядь, я не хочу играть против них. Быстро, если то можно какую-нибудь. Это не фан-гейм. Я бы какой-нибудь Skywars пошел. Может быть, слышишь, может быть, VK каточку, блядь. Если можно будет файтиться с самого начала, я согласен, я пойду и сразу пиздиться. Давай с самого начала можно файтиться, чтобы мы агрессивно сыграли. А вот зона, я вижу, у Славы на стриме. Гоу еще попробуем. Да. Сейчас я зайду к ним, подожди, спрошу. Я бы быструю какую-то. Давай просто быструю, что с самого начала можно файтиться, с самого нуля прям. А они могут по-быстрому поставить режим на персура, вот этот, голодные игры, короче. И просто по командам голодные игры ебануть как-нибудь. Не,
Давай, пацаны, спасибо вам огромное за игру. Давай, удачи. Отъебали нас в рот сперма с бомбанки. Предлагаю повторить. Давайте, смотрите, давайте повторим прямо сейчас быстренько, одну быструю, но файтиться можно с самого начала. Ай, блядь. Может без уха кис? Слава. Ну, кстати, неплохая идея, да, можно. ХП регенивать. Что еще раз? Гол без УХК, чтобы ХП регенилось. А, типа УХК это ультра-хардкор, правильно? Да. Ну, давай, давай, давай. И одну ультра-быструю прям, самую быструю. Давай. А вам не понравилось, что ХП не регенится? Ультрамегафас. Не, понравилось. Не, норм, норм, норм. Это просто. Вам не понравилось. Я последний ехали, сдох. Все. Ну ладно, я там, я как бы в кустах там сидел, ну похуй. Ты прохнешь, долбоебище, ебаный. Было, 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 конечно, интересно. Блять, я охуел, я в ад телепортируюсь. Там какой-то хищник у вас в алмазной сидит, нахуй. Хищник. А кто это был? Кто это был в аду? Это Заквиэль был. Блять, я обосрался нахуй. Я телепортируюсь, он такой полусогнутый, с мечом стоит, блять, смотрит на меня нахуй. Я, блять, обратно, блять, орать нахуй. Ебанулся, блядь. Не, ну это же. Давайте тогда, я не знаю. Я вас до этого еще видел. Давайте просто, да, давайте заново одну быструю, но файтся можно с самого начала. А может всех позовем сразу, если типа. Мы же хотели все равно запустить после этой еще одну. Блять, да тогда сколько людей-то будет. Это вообще дохуя будет. Это как? Майнкрафтеры сюда, всех сюда. Стукшо, блять. Давай, давай, заходи. Давайте все-таки, давайте, заводите, я пойду своим скажу и все, и полетели. Мы сейчас по командам будем или нет? Да, так же, да. Команда на команду. Все, давайте. Окей, все, понял. Все, давай. Так, пацаны, я договорился. Гоу еще одну быструю, файтимся с самого начала. Давай. Ух ты, ёпта, блядь. Так вы хотите давай сразу драться идти или просто разбиться? Фух, что-то я пенис полил. Говори, крафтим меч каменный. Ну это хуйня, это даже не серьезно. На самом деле было бы классно. О, червак, блядь, сервак их не работает снова. Но они перезапускают. Червяк, блядь. Червяк не работает, блядь. Не, не спалил, не спалил. Какой? Бисик, за ты как умер? А меня лава через полблока убила. Типа я копал, копался к Джонни, сломал стенку, справа потекла лава, я начал ее закрывать, и она меня как-то убила. Блядь, это было вообще, это было просто максимально непонятно. Я вообще не понимал. Нас просто спермой, блядь, облили нахуй сверху из бедра, блядь. Как может зомби сверху прыгнуть и ёбнуть по башке и убить? Нет, зомби прыгают, реально. Джонни, Джонни, Рома спит. А, я обосрался. Хуй знаю. Ну, он говорил, он не спал. Ребят, кто ложку просит, ложка спит, сейчас он не придет. Ложка спит, ребят. У него была тяжелая ночь, всю ночь алмазы рыл, бля. Ола, ложка. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Так, ну чё? Сколько у вас минут было на развитие сейчас? Копчу, ебать. Сейчас, смотри, сейчас мы файтимся с самого начала. С самого начала. Нет, давайте просто хотя бы это будет неинтересно. Это будет, главное, чтобы это не будет то же самое, если мы не с самого начала будем. Да, файтить. Если мы. Нет. Это будет реально что-то новое, дядь. Может, Аид, ребят, в больнице, Аид в больнице сказали. Ну, походу, я не знаю. А что с ним? Да, я не знаю. Второе. Ебать, я майнкрафтер, блядь. Надо канал по Майнкрафту создавать, блядь. Я обзоры с матом хуярить. Конечно, конечно. Обзоры с матом на Майнкрафт существуют? Да. Ну там монетки Иван нет, Гай. Да? Ивангай. А Ивангай прям жестко матом, что ли, крыл всех? Ну я не помню. Я помню, у него какие-то первые видосы были, обзор на Майнкрафт. Бля, так, ребята, мы next идем, да, сейчас получается? Да, мы уже на сервер. Да, погнали просто такую. Так на сервер зайдите. Да, все, я захожу. Да, я на сервере. Все, я открываю сцену. Дайте мне сразу креатив, чтобы я видно. Забуду на. Ой, какая мерзость ебаная, блядь, как неприятно вышло. Какое безобразие, ну хватит, блядь. Да, можете сделать еще раз прогнозы, я, конечно, представляю примерно, какие коэффициенты будут сейчас, блядь, но неважно. Можете сделать прогнозы еще раз, да, это все верно. Также, ребята, тех, кто не в курсе, у меня iPhone разыгрывается, блядь, за 100 миллионов баллов. Я не знаю, много это, мало, но заодно проверим. Зато я думаю, как кто-то его выиграет, будет приятно. Вот, я думаю, что его никто не выиграет. Ну, когда-нибудь выиграет, дядь, по-любому. Ебать, деревья горят, блядь, лесные. Да, iPhone 12 уже будет не актуален. Ну, будет, тогда уже будет iPhone 17, блядь. А кем 12 выиграет, ебать. Ну, так это раритет будет, тогда он дороже будет стоить. 100 миллионов, это сейчас нереально сколько нахуя баллов. Но я изменю. Я не знаю просто примерно, сколько чабалов. Я не знаю, какая сейчас экономика здесь вообще. Поставь за 138 000.3. Это у тебя сейчас столько, да? Да, да. И еще надо тебя предупредить, когда я поставлю, да, чтобы ты прям нажал быстро купить. Да, я сразу нажму первый. Понял. Ебать, дискотека, бля, жесткая. Чел 200 миллионов выиграл сейчас. Нет, 200 миллионов нельзя выиграть. 200 000 он выиграл.
вообще, наверное, он смотрит. Да. Можно максимум ставка 200 тысяч. Ну вот, Слава, если добавит 250, этот перевод, тогда все скинутся, и 200 миллионов будет у кого-то. Кому-то одному, да. Не, ну смотрите, это прикол в том, то, что если поставить 250 на какой-то кэф, там, блядь, не знаю, на 4, вот сейчас, допустим, мы выиграем их, и Кентик жестко, блядь, ну, выиграет. Ну так это будет всего миллион, а надо 200 раз так сделать. Ну тоже верно. Ну тоже верно, да. Ну, я сейчас мы 200 каточек по-быстренькому затащим с жестким кайфом. Кайфом. Ребят, те, кто шарит, блядь, заливайте на нас, те, кто не шарит на братишкина, блядь. Сейчас поднимать будем все вместе, блядь. Сейчас лютые кайфы вырывать будем. Давайте, собрались, кэф занизили. Мне, правда, мне уже нечего заливать после этой катки. Ебать, пещерка такая солидная, блядь. Прогноз пошел. Хороший, хороший. Слава решил выполнить все поинты просто. Нет. Все, ебать, как красиво это смотрится. Цена бустер 16%, наверное. Ну нормально, да. Те, кто шарит на меня, лейте, сейчас урвем бабла, нахуй, мужики. Сейчас будем, бля, слышь, баблишко. Мы как будто ставки пиарим. Сейчас будем грабить контору. Заливайте, тут изи поднять бабла. Там шахта под нами, это вообще пизда. Коэффициент 6,5, найс. А где вообще, я вас не вижу. Что мы делаем в итоге? Просто быстренько разносим. Просто быстро свой. Играем, быструю одну. Смотри, сразу крафтишь верстак. Меч. Кирку. Ой, кирку, да. Добываешь два камня и сразу делаешь себе каменный меч. Все, идешь бить. А если еще где-нибудь железо по фасту найдешь, будет вообще не два. То да, ты придешь, да. Когда уже всех дай нас бог убьют. Камень. Короче, да. Не, ну в смысле, Илюх, сразу надо жестко викейть. Очень жестко. Стойте, вы хотели сказать, что надо будет обязательно идти сразу файтиться? Ну, это наш единственный шанс, мне кажется. Ну не, мы можем просто... Ребята, братишки, все заливайте. Те, кто не шарит, все на братишки нальем. Можно приебаться, то, что мы будем долго искать, они опять вот... Ну, я не знаю, я не знаю, как они... Смотрите, нам главное не затягивать игру. Я сейчас буду очень быстро все делать. А так можно немного просто... Вы сейчас охуеете от моей скорости. Сейчас фисташчик возьму одну секунду, чтобы энергия пошла. Алло, бустер. У вас гуакамоле заходит, нет? А где он? Ну, походу 9-10 сделаем. Ну, да, надо Марку написать. А дай ему напишу. А, Марк, заходи тогда, давай. Не пускают. Чё пишет? Там задроты ебаные, блядь, какие-то. А попробуй зайди в одиночный мир, и потом зайди в список серверов. Да. А мы сейчас, ну, типа, последний файт же будет, правильно понимаю? Да-да. Сейчас будет сразу пизделка, сразу пиздиться можно. По командам. А шмотки, типа? Ну, без шмоток. Шмотки. Все работает. Да, братан. Слушай, стой, Ломак, давай так. Ломак, давай можно сразу пиздиться, так но можно, это да. По желанию. Типа, все-таки, если нафармить шмотки и так далее, это можно. Ну да. Просто ну, пизделка сразу включена. Хардкор, если что. ХП регенерируется хорошо, едой. Хорошо. Найс. Спасибо. В смысле, едой, ты имеешь в виду. Ну, обычный хардкор. Обычный да, хардкор, обычный. Дефолтный. Не за золотые готовы, яблоки, да. Как мы я сейчас сыграли, обычный. Кай. Нет, да, Слава пока да. Вроде. Слава тут. А, Слава. Но Славы нету. А, не, он отошел. Ну это тут. Ну все, тогда в чате отпишите. Спинка стула стримит. Бля. Короче, половина идет пиздиться, половина идет топоры делать. Короче, в первую очередь закрыли. Топор дамажит больше в этой версии, чем меня. Чтобы он уже вначале алмазным топором не захуярил. Да, брат, да. Стартуем. Да, готовы все? На сервере. Да. Все, я пишу, когда все готовы? Да. Да, я написал, готовы. Надо топоры, короче, сделать. Топоры сделать и идти просто разносить. Да, надо топорик просто крафтите каменный. Говорите свои действия, слух, чтобы я за вами просто повторял. Смотри, добываешь 3 дерева, крафтишь верстак, да. Крафтишь верстак и делаешь себе 4 палки. Угу. Делаешь себе кирку деревянную, добываешь 3 камня, делаешь камень топор, идешь сражаться, все. Угу. Бить топором надо крипом. Ты умеешь критовать? И в прыжке, да, по-моему? В прыжке бить прыжка, топора просто, в лицо конец просто. Конец прыжка, и надо ловить таминг, конец прыжка и бить, типа. А короче, в прыжке с этого. Потому что топор больше дамажит в этой версии. Да ладно. Пацаны, а вы уверены, что топоры лучше мечи? Да, он больше дамажит, но он просто медленнее. Но он медленнее и бьет по одной цели. Но это тут, я думаю, не критично. Да, тут вообще похуй. Они сказали, что типа с самого начала можно пиздиться, но можно развиваться, как обычно. Отмени, пожалуйста, Зака. Где Ласт нам пишет? Отмени, пожалуйста. Силажика нет, это кто? Это кстати, прикольно было бы, если бы условия чисто на кулаках, а толпа на толпу чисто за месик.
Короче, слышите, у нас приоритет фокус на Заквейле, потому что он, мне кажется, согласен. Сразу алмаз. Да, он, да, Чербан, да, это так спалил жестко в прошлой катке, он за ним сразу выдвинулся. Ага. Да все, пропишите ради. Так мы и написали, что мы ради. Нормально. Короче, под нами ебанутая шахта. Да, прям под нами ебанутише. Я ставлю верстак, да. Мне верстак, ребята. И хотите нормально поиграть? Не надо пиздиться идти сразу, мне кажется. Да, сразу, да, давайте. Ой, невидимка! Они зазонные. Бля, у нас под нами такая шахта, просто следи вниз. Если они верстакнут, то у меня уже есть дерево. Да, у меня уже есть дерево. Шахта лютая. У нас там спавнеры, все есть. Ребят, пусть кто-то один колет сейчас. Запомните координаты, можем сюда прийти потом в эту шахту. Кто-то один, короче, сделайте этот... -50, -50. Все, не... -50, -50 координаты. Бля, у них сейчас пизда будет. Кто-то короче, один верстак пиздит. Делайте. Один верстак. У меня три дерева уже есть. Три дерева есть. Да. Марк под землей. Сделал верстак. Уже поставил. Спас, братан. Марк, ты вышел, братан? Да, спасибо. Мужик. Верстак есть, стоит, работает. Есть. Шахту рою. Я верстак поставил. Все нормально. Так, палочки. Так, я тебя регенеришь? Помогаю. Мне кажется, нужно, блядь, просто трижку. Ломайте. Где камень? Да. Камень не завезли в игру. Где? Я тут, пацаны, все в порядке. Парни, если мы просто не будем шахты искать, а просто будем копать на определенном левеле, где есть алмазы. И просто, мы все вместе просто пойдем, реально все. Блять. Копайте вниз. Я топор сделал. Дайте камень мне. Только слышите, спринт не ебашьте, чтобы у нас голод не уходил. Каменный век, достижения пошли, блять. Я сейчас еду добуду со свинок, еду нам добуду. Уголь! Все, тихо, давайте вот реально нормально попробуем. Они уже одеваются. Я нашел их. Они спереди, у нас прямо. Зачем им одеваться? Где? Где спереди? Я уже вижу. Сделайте каменный топор. А можно каменный топор? Да. Я посрался, он с топором на меня. Топор делай быстрее, мужики. Убил одного. Давай! Кому каменный топор? Где? Убил второго. Где? Где? Впереди горы! Самураем, побежали! Какой горы? У нас корабль рядом! Что это значит? Да, бегу, кораблю, на берег! Кораблю! Блять, меня убили! Мы идем всей толпой! Вон верстаки их! Ребят, вот они все! Откуда у него полностью кожаная броня зачарована? Это что? Мы хотим драться или мы еще просто развиваться будем? Блять, а у него кожаная броня, давай. Откуда у него? Давайте просто развиваться будем, нам нет смысла торопиться. Они идут на нас! Нам нет смысла торопиться! Беги! Да, ребят, нападаем! Они здесь! Помогайте! Куда вы разбежались? Где? Да на меня! У меня один! Все у нас! Пошли назад! Завожу в нашу деревню, к нашим верстакам! Оседлаем черепах! Ребят, откуда я зачарован уже? Заквель меня убивает, ребят! Ебать, он ебал, он зачарован! Есть топор у кого-то нормальный! Я умру сейчас, нахуй! Найс! Давайте этого, да? А он реально с броней! Найс! Вот сюда, за мной! У меня! Будете каменным бить! Каменным бить топором! Каменным! Ёбну! Помощь! Заквей! Помощь! У меня ОХП сделал! Заквеля душите! За мной двое плывут! Эксел ОХПшный должен быть! Блядь! Я вот сверху обхожу, Эксел! Вы где? Море! Я в воде плыву! Иду! Они за мной, блядь, вдвоем плывут, нахуй! Я его накосил, Бадбира! Я ему 4 раза втором дал! Я тоже дал! Он утонул! У него армор! Заберите армор, он тонет! Там, где он умер, спереди! Я иду ебать, забирать. Уже ночь, что ли? Я иду забирать армор. Не отпиздите их уже. Заклей ему на чело, блядь! Их очень мало, отпиздите. Помогите, ребят! Иду, отходи. Убил! Все, мы выиграли? Короче, я кораблю... Заквели убили. Короче, ко мне, пожалуйста. Я вокруг корабля тут. Сиди! Сюда! Давай убьем. Помогай, мага. Я забрал. Погнали, Буси. Хорошо, еще один тут был. Если не показалось. Разбирайте на мувик, жу нарезку на ютубе, бля, под жесткий дабстеп. У меня ласт возле этого. Подскрилится. Я. У меня двое у корабля. Они у корабля, да. Тут зажировано. Это я. Железный сапога. Давай, не бегай. Погнали. Впереди, да. Вострой. ХП от еды, регенис, если что. Дай, друзья, мне еда нужна, есть еда. Го ХП зарегеним. А где рыбы?
Ух ты, ёпта. Мы не будем сливаться, чтобы наверняка просто чуть это... Ай! Ай! Очень много мобов. Еда только нужна. Ой, бля... Корову убей, сожри! Блять, убей. Прям целиком? Жрать ее прям сейчас? Прям жри ее! Блять. Я умер, парни. Ребята, у меня броня выпала. Да, ребят, мне надо его броню как-то забрать. Мудак этот ебаный взрывной, блять! Слава тебе, бойся. Жесть, я вижу, тут чел голый бегает вообще. Я, блять... Я себя собрал. А чё лес горит? Весь лес горит, прикол БС. Мага, я с тобой, Мага, дырку сделай дырку, Маг. Там озеро лавы. Маг. Это мне хп, это мне хп надо, бустер. Мне тоже, мне тоже, нам надо построить ебаную печку. А! Крипер! Пизда. Бля, ну это пиздец, как в это играть? Паук ебаный, блядь! Чуть не напал сверху на меня, обосрался нахуй! Как в это играть, блядь? Я сделаю себе грибы, нахуй. Не пиздец, вы вдвоём против двоих. Давайте халяву выиграйте. Так нас двое уже. Эксайл? Нет. Вас трое. Мага, бустер и флэджики. Пишут, зоны. Ребят, у меня хп нет. У меня вообще хп нема. Как хлеб сделать? Как хлеб скрафтить? А три пшеницы? Три пшеницы в ряд. Мага, у тебя сзади паук, Мага, тебя сейчас убьет. Съешь мясо, бустер, Кто в сырое? Скажите. Да, пофиг. Либо если у тебя есть время, то я готовлю печь, Короче, бля, он умирает. Но у меня нет угля. Найдите мухомор мне, пожалуйста. С дерева приготовь. Понял. В смысле, разве можно вот так просто, обычную? Да, обычную. Горит, хорошо. Флэджики, ну чё за стыдные вопросы, ты чё? Да не, я думал, только мухомор еще нужно. Чё? Бля, ебать, ладно. Я их так отъебал, прикиньте, я пишу их, они стоят АФКшат, крафтят. Да ты блядь, зона... нахуй разложил, блядь. Зона пошла, ребят, бля, надо... Так, у меня есть, короче, топор. Бля, тут зомби нахуй. Бля, у меня отравленный картофель есть, я его хавать не буду точно. У меня переносная печка, если что. Так нет, слышишь, Фикс, тут мухомор нужен. Мужики, деревянная броня существует? Какой мухомор? Пацаны, деревянная броня существует? Бля, нет. Бля, ну а как? Слава, тебе сейчас зона отхуярит. Слава. Бля. Слава, тебя зона. Понимаю. Слава, вы выбирайся наружу, у тебя зона идет. Марк, микрофон, если что. Я перекинул его. Ну иди нахуй! Слава, ты где? У тебя зона сзади. Овцы. Я тут... Бля, найдите мухомор, пожалуйста, я, блядь, выживу нахуй. Я обязательно выживу. Я выживу. Так у них еще Дрейк жив? Ой, бля! Слава, на контрол, блядь. Ой, бля! Следи, главное, за этим, за воздухом. Как понять, куда зона идет? Там все в чате пишут, что они стримснайпят сейчас. Они знают... надо заниматься. Они знают, где ты. Вот так тебе пишут. О, собака, блядь! Блядь, это то, что... Вам главное не разъединяться, они вдвоем будут играть. Мага, ты где? Я да, не знаю. Втроем просто ходите, втроем. Просто встретьтесь, блядь, пожалуйста, играйте втроем. И разнесите их, пока они все железо. Маг, знаешь, где я, Маг? Нет. А. Это кто? Где ты? Это хавы, не смотри на него, не смотри на него! Не смотри, отвернись! Блядь, ну ты долбоёб. Он согрел? Нет, вроде. На голову посмотришь, тебе просто жопа. Бля, где мухомор? Ай, бля! Да иди ты нахуй, блядь. Кто переместил? Зона идет у меня, зона идет. Самра вроде. Слава, если ты сейчас не воссоединишься со мной, я умру. Мне хп. Где это? Где? Я рядом с зоной, прям рядом с зоной. Блять, ну координаты говорите. Так я не знаю, смотреть. Тут верстак стоит. F3? Ты нажимаешь, и вот у тебя X, Y, Z написано. Я вижу зону, пизда. Блять, мухомор! У меня хп не осталось. Ребят, чем больше времени идет, тем меньше шансов у нас, я думаю. Согласен. Да, вы просто хуйней страдаете сейчас, реально. Согласен. Слышь, мне кажется, я что слышу. Типа, ну, пока они вдвоем могут развиваться. О, у меня интермен, бля, я не смотрю на него. Кто у тебя? Интермен? Да, интермен. Зона уже очень маленькая. А, вот они где высадились. Ой, бля. Я пошел под землю, дядь. Я начинаю фармить. Бля, ебать, зона, сука. Вы уверены, что фармить надо? Ой, бля. Надо их догнать и убить, у вас есть мухомор. Ой, 2 в 2. Не, будут у меня мухоморы, я разъебу, отвечаю. А, флэджики, ты тоже живой, брат? Да, живой. Просто мухоморы, сука, ищу в этом лесу ебаном. Бля, ну невозможно выжить, тут столько мобов. А чё, почему? А нафига тебе мухоморы-то? Чтобы отъесться, у меня хп отрегенится.
Я кидал, у меня есть жиравка. Жиравка. Давай, давай, давай. Нам найти жрачка друг друга. Ба, я печку там оставил, все, жрачки нет, наебал. Бля. О, камни топора, у меня железо. Это железо или что? Ты камни хуяришь, блядь. Это камень? Камень я не дам. А, так, так, подожди. Ой, блядь, костлявые. Ебать! Мне кажется, вам встретиться надо, а не разбираться. Да я тоже согласен, надо было до этого встретиться. Я зону иду, блядь. Беги, так. Беги, фляжку, он стреляет. Ой, пойти. Так, блядь, на. Он стреляет у тебя. Триггерит. Я хочу дико ссать, я волнуюсь, блядь. Бля, Сава, тебе надо было просто воссоединиться. Так. Пизда. Давай. Во. Сейчас пойдет фарм, не ссы. Бля, я ссать захотел жутко, сейчас приду. Да, четко, вообще по таймингам. Ребята, все, все, кто ставил. Дрейк умер, Дрейк умер. Два в один, два в один. Все, сдох один. Все, два в один. И Слава ушел нахуй. И Слава позади. Все, кто ставил, забудьте вообще, забудьте. Слава все свои баллы, блядь, залил на это. Вообще посрать. Самый прикол, они еще стрим снайпят, вы же знаете? Ну, я вижу, по чату пишут. Бля, меня там мухомора нахуй. Там чел сидит, говорит, ну у них ни у кого армора нету, ебать интересно играть, давайте стрим смотреть. О, кто это? Так, в смысле, они в спектрах летают, аж как и мы. Так что пишут руина, что я не так делаю? Тихо. Флэкжики, нашел его! Нет! Нет, правильный удар, сука, сиди попал! Один в один. Один в один за лобкой? Тебе надо было Славу ждать. Слава, ты один в один против Бартиста. Я думал, я просто видел, что он пока не видит меня. Я думал, сейчас быстро пизда. Инфудайми, я ему пиздак вынесу. Он без брони, нет? Короче, он без брони был. Вот, помнишь, где корабль примерно? Да, да, помню. Вот, короче, чуть поднимаешься к острову с левой стороны, и он там, короче, в бассейне. Блять, ладно. Ох ты, сука, блять, паучиха ебаная. Так, крипер. Вот корабль вот здесь, вон он. Джонни! Так, 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 сейчас, сейчас, я за тобой посмотрю. Просто. Ой, а вы рядом, что ли? Подождите. Слава, сделай себе камень. Да, вы очень рядом, вы очень рядом. Все, а все, все. Левее смотри. Вы разминулись сейчас. Все, все, вот он, я умер вот здесь, вот здесь. А, вот он. Здесь. Вода, вода, вода. Залупка ебаная! Давай, 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 давай нахуй. Я тебя ой. Топор ты куда выкинул? Слава, самое главное, не спам, не спам. То есть, топором. Блять, ну что могу сказать? Успокоительная речь тому, кто опять просрал. Блять, на самом деле, сука, реально, если бы я попал топором, там все нахуй, я его расхуярил бы. А Залупкин Егор, это Вован был? Да. Блять. Шеф на шефа пиздили. Ну ебаный рот, блять. Слав, ты опять проебал уже 2-0. Пиздец. Ну как 2-0? 2-1. Ну чё, не забывайте. А почему 2-1? А может еще один раз? А вы знаете, проебем, я в самом начале ору, на меня 10 человек бегут, все вы почему по деревьям. Меня в начале прибежал чел пиздить в арморе, когда я вообще, ну типа единственный он, далеко фу. От вас стоял и себе кирку, ой, этот топор делал. Я не знаю, почему он ко мне вот. Прибежал. Я прихожу, на меня заквель просто влетает. Бля, как назло, на бля, я так ебал, я с этого топора прыгал, просто пизду каждому рвал нахуй. Это жизнь была, блядь. Да надо было воссоединиться. Да, но я просто этот, я мухомор искал, чтобы отъезд, и у меня было бы хп, там вообще было бы изи. Бля. Ты приколись, как пацаны на ставочниках обрадовались? В один момент, что сейчас лоу-кэп залетит. А потом ты пошел поссать. А потом мы это, блядь, 5 в 2 слили нахуй. Блядь, ну ебаный сыр. Слав, попробуй быстрее думать. Да мне не получается, бля, можете мне представлять, это так сложно, все эти комбинации ебаные. Да он могу... первый день играет, реально. Я ничего не могу запомнить, эти палочки ебучие кравить, какой-то... Ой, кравить, блядь, крафтить, блядь. Поставь верстак, открой, блядь, свинью, выложи на нем какую-то, блядь, змею ебаную. Почему? Свинью не знаю, так хочу, почему так хочу, потому что так могу. И только в кожаных штанах. Ну да, блядь, пиздец, ну. Это очень сложно, реально. Я старался быстрее думать, а нихуя не вышло. Слав, у меня один вопрос. А куда ты отошел во время... Вот, у меня хуй пробило жутко, блядь. А, то есть ты... Я терплю. Дядь, ты не представляешь, то есть это не просто захотел спасать, это разнесло хуй. Я тебе, бля, буду. Я просто 200 тысяч баллов въебал. Такое бывает. Я просто хочу, чтобы ты понимал. Жизнь — это не только победы. Жизнь — это два поражения подряд. Жизнь — это два просто горловых миньета, блядь.
В нашем случае, так сказать. Сражались. Не, мы нормально дрались, бля, особенно первые катки. Да, первые блядь, катки. Мы такой, блядь, были, блядь, мы их всех отпиздили. У нас мага почти соло вытащил в первой игре. Это верно. Мага хорошо зарубился. Ну, кстати, вы тоже неплохо среагировали, писали, нет, не надо рестартить. Да не, ну мага же выбил. Это не честно, блядь. Да все, в смысле, команда все. Мак, вначале, когда можно а если бы у них Кент разбился тоже? Пришлось тоже бы рисовать. У них причем Мак и разбился. Бусер, ты же говоришь, что это фан-матч. Ну. Ну, блин, а мы в итоге. Не, просто я говорю, прикол в том, что ты можешь никак не начаться, понимаешь? Да не, я согласен, что виноват только я, но проблема в том, что типа, когда ты ждешь матч 2 часа, там час на развитие прошло только 7 минут, а они максимум, что могли сделать, это найти железо. То это такое просто. Мак, мы сделаем реванш. Не, Мак, я тебе говорю, блядь, да ты в пизду нахуй, в смысле у них там если задроты? Если реванш, давайте на 1.8 играть тогда. Давайте на 1.8, и я еще потренируюсь нахуй, я сегодня ночью буду дракона хуярить. Только скажи, где он живет, блядь. Моего дракончика. Твоего дракончика, блядь, знаешь, как это, как осел и Шрек, и дракон, блядь. Бля, ебаный. У каждого дракона найдет свой осел, блядь. Базар. Я тебе все крафты будешь в дневник записывать. Бля, надо научиться в майне играть. Ну что это за хуйня? Неужели такая сосня? Когда ты пытался делать кирку из угля, это вообще... Я ничего не понимаю вообще, дядя. Причем двойную. Ты понимаешь? А когда начинает еще орать, у меня паника, бля. У меня давление скочет. Я не знаю, что делать, блядь. Это просто пиздец. Я серьезно говорю, я не понимаю, что делать. Я реально, я вот без понятия, блядь. Вот я просто, я реально старался, но ничего не получается. Красава, Слав, тем не менее, ты остался последним, ты лучше. Две игры подряд причем. Два раза причем, да. И два раза всосал, просто хуй в рот взял, блядь. Да не, ну они какие-то потные, я говорю, я в той игре в ад захожу, там Кен стоит с ножом, нахуй, смотрит меня на дерево, блядь. По-моему, еще ночь как-то слишком быстро началась, мне не знаю. Знаешь, почему это давление? Да. Я не понял, давят голову хуёвые. Думаешь, типа слишком, ну, мало крови поступает? Да. Мне кажется, кислорода мало сегодня в комнате. Почему реально так быстро ночь наступила? Типа, прям. Я еще. Нас заспаунили, Желюх. Сама Гейгер шел, типа. Кто? Ну, да, там. Очиститель воздуха. Вон сзади стоит, я в него воду лень заливать. Я еще прикол не понял. Я выхожу, я уже полностью зачарованный кожаной броне. Он я залутал, не понимаю. Вот это пиздец. Где он залутал-то? Везло просто. В корабль да. Не залутал, да? А что, не, в корабле Wars, ничего не было. Он, спавнится? Но он нашел где-то его, я не знаю. И это лукак просто. Зачарованный, фул, кожаный сет. Ну тоже сразу. Странно. Причем я его, кстати, почти отпиздил. У него потом одно хп осталось, он задохнулся. Он задохнулся, потому что у него одно хп осталось. Я его отпиздил, заклеили. Не, или вы не про него? А, в смысле, там у двоих был армор кожаный? Не, один. Не, ну реально, а как может фулл сет зачарован? Меня просто Бэт Бир убил. Или как-то так. Плохой медведь, понял. С армором тоже. Да, он потом задохнулся. Да, он задохнулся потом. Причем, я говорю, он на меня побежал, когда я единственный вдалеке от всех, типа, крафтил себе топор, потому что бля, он сломался. Он просто выбегает, нахуй, я в шоке. А могли они тоже заранее в спектейтерах найти сундучок, где все это лежит, и сразу... Конечно, могли. А в спектейтере не прорисовывается предмет. На спавне прорисовывается. Не, если нажимать, то будет видно. Не, там просто, что не прогружено, не, ну, не пока что, а спам там прогружено. Так, одну секунду. Давай, пока. Сейчас приду. Давай. Не, у нас самый первый спаун, типа, был заебись. Потом уже хуйня был. Стремим? Да ладно, мужики, зато свои эмоции получили. Ну, ладно, пацаны, короче... О, мы спасибо, Славке, огромное, бро, спасибо огроменное. Можешь передать всем привет? Здорово, пацаны! Здорово. А кто там? Это Кофе? Да, это Олег. О, Олег, балдё, здорово, Олег. Это Майами? Да, Олег Майами, блин. Олег Майами. Балдёж. Слав, ты всё уходишь? Да, брат. Я сделаю интеграцию. Одну очень необычную. А, у тебя сейчас интеграция? Ну да, ноутбука. Кто звали, Олег? Олег. Это лучший ноутбук. Не, реально, он очень крутой. У меня такой же. Да, это балдежный ноутбук. Балдежный, реально. Так, сейчас, короче, всех. Я не вспомню. Я замучусь. Давай. Ну или Марк там, не знаю, кто-то может... Что спасибо, Марк, давай сам интеграцию сделать. Тебя же тоже Хонор? Братана, я не знаю, как... Илюха, всем спасибо, всем удачи, пока-пока. А ты просто подпезли. Как зовут Олега Бомжа, который танцует? Олег Монгол. Олега Бомжа, который танцует. Короче, спасибо всем за игру. Олег Монгол? Да, вот. Так, сейчас приду. Давай, заходи. А материться можно? А я не знаю, дядь. Ну я матерился, мы типа сделали заранее. А мы ничего не делали, ладно. То есть ты с матом будешь?
Ну, не, могу тебе подпёздывать, типа, на адекватно. Honor без х. Я знаю, естественно. А матом можно? А, нельзя, пишут. Бля, ёбаная пизда, блядь, да как так нахуй? Хорошо, попробуем без матов, блядь. Не обещай, что получится, пиздец, ёбаная жопа, блядь. Так, погнали. Ребята. Так. Одну мою машину вы уже видели. А теперь время для второй. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Ты понимаешь, Марк? Я могу предположить, что это переносной компьютер, Слава. Совершенно верно. Речь идет о Honor Hunter V700. И я сейчас тебе его покажу. Давай, давай, Слав. Я и стрим на самом деле ожидал, чтобы увидеть его в жизни, в реальности. Ты посмотри на этот солидный чемоданчик. Это же Honor Hunter. Ты когда-нибудь видел такой солидный чемоданчик? Нет, Слав, по поводу упаковки им реально нужно отдать должное. У них очень крутой дизайн, как минимум, самой упаковки, самого ноутбука. И сейчас вы все увидите, ребят, когда Слава его распакует. Посмотри сюда. Это просто нереально, друзья. Знаете, что внутри, ребят? Естественно, сам Honor Hunter. Вот. Чуть-чуть я испачкал только что. А вот так сделаем просто. Ну, ты не смог удержать себя, и ты им попользовался, видимо, вне стрима, правильно? Ну, естественно, естественно. Перед такой машиной. Естественно, естественно. Не каждый устоит, ребята. Естественно, сейчас быстренько протру. Естественно, естественно, естественно. Ну, скажу честно, я тоже, Слав, не смог удержаться, как бы, как только... Да, я просто активно, ноутбук, активно им пользуюсь. Да, да, совершенно верно. Ребят, а вот он, собственно, сам ноутбук, я думаю, вы уже догадались. Сейчас я вам покажу зарядку на 200 ватт. И это просто жесть, друзья. Смотрите, как она прикольно достается. Вот так, оп, оп. 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 О, какая уверенная зарядочка. Ребята. Очень крутая упаковка, потому что там сделано все максимально по минимализму и ничего лишнего нету. Нету лишних проводов, нету лишних коробок. Зарядка на 200 ватт, Марк. Сколько? 200! Посмотрите, какой у нее приятная оберточка. Сейчас мы ее распакуем. АСМР стрим начинается, ребят. Ребят, Слав, а какие комплектующие у данной машинки? Можешь мне ответить? Я сейчас, естественно, тебе расскажу, братан, но перед этим я тебе расскажу, знаешь, о чем? Смотри. Ноутбук толщиной 19,9 миллиметров. Миллиметров! Ты это понимаешь? Да, это очень круто, потому что в такой тоненький ноутбук влезли такие крутые железки. Это верно. Достойно. Да, братан, перед тем, как я как раз начну про них рассказывать, я хочу показать тебе светящийся логотип. Да-да, он Слав, светится. Помимо того, что там светится логотип, там еще есть подсветка, которая переходит плавно на стол. Там светится не только логотип, да. А еще само основание ноутбука. Я, естественно, знаю, потому что я постоянно им пользовался. Да, ребят, это ноутбук с подсветкой. Это игровой ноутбук от компании Honor. Слав, эти коробки, я думаю, можно не открывать. Я бы на том месте перешел к презентации аппарата. В принципе, все, что тебе нужно, у тебя уже в руках. Это блок питания и провод для него. Ну, есть одно но. Так. Провода что-то я не вижу. Где-то ты его, по всей видимости, обронил в порыве эмоций, когда вскрывал данную машинку, Слав. Да, да, 100%. Сейчас, подожди. Ребят, не беспокойтесь, этот ноутбук... Сейчас, я просто очень много играл. Просто Слава чуть-чуть растерянный у нас. Сейчас. Да, этот ноутбук только положительные эмоции вызывает. Я, как пользователь данного аппарата, могу официально заявить, что это лучший ноутбук, который был у меня в руках.
А еще, кстати, я играю в Valorant. Я пробовал играть в Valorant с него. Между прочим, я там взял золото 3. На секундочку. Хорошо, ребят. Забыл. Такое бывает. Вот оно, ребята. Балдежные. Что балдежные? Совершенно верно. Зарядка для ноутбука. Сейчас мы его подключим, и я покажу вам, как это все работает. Куда я блок-то делал теперь? Алло, а что все ливнули? Может, и подожди, у нас интеграция брать? Самого крутого ноутбука на планете. Что за ноутбук? Что? Что за ноутбук? Ты обязан знать, что это Honor. Что за ноутбук? Ты серьезно? Это же Honor! Нет, Honor! Honor Hunter. Офигеть. Honor Hunter. Говорят, это лучшие ноутбуки в мире, но я слышал пару раз. Совершенно верно, совершенно верно. С учетом того, что эти ноутбуки поступили в продажу всего пару дней назад, Но слухи ходят, слухи ходят, ноутбуки. Это очень крутые. И даже потому что они только поступили в продажу, я могу, знаешь, что сказать с уверенностью. Это лучшие ноутбуки. Я так много играл на нем, что забыл, где вставляется зарядка. Ты волнуешься просто? Да. Да. Он держит зарядку настолько хорошо, ребят, что ты просто забываешь, куда вставить зарядное гнездо. Ой, какой крутой! Ой, посмотри сюда! Подсветку покажи снизу. Ой-ой-ой. Ребят, когда вы ставите его на стол, весь стол покрывается данным светом. Это очень красиво выглядит. Особенно ночью. Вот это подсветка! Мы с вами все-таки геймеры, и мы обычно играем по ночам. Поэтому ночью это как-никак актуально. Ребят, и теперь я вам немножко, собственно, расскажу вот об этом произведении искусства, ребят. Под капотом у этой малышки, напомню, толщина которой 19,9 миллиметров. Знаете что? Балдежный процессор Intel Core i7-10750H. 10-го поколения с 6 ядрами и 12 потоками, друзья. Совершенно верно. Я понимаю ваш восторг. И все это мощнее, да, Марк, слушай. Компьютер. Естественно, мощнее, потому что это Honor Hunter. Мы должны рассказать ребятам, что у нас снаружи. Мы должны сказать, что это 144-герцовый монитор. Это вот как раз у меня скоро, там на один пунктик ниже. А, хорошо. И все это, ребята, все вот это вместе с видюхой NVIDIA GeForce RTX, или как правильно, RTX, да, RTX 2060 с трассировкой лучей, друзья. Поверьте мне, это очень в таком маленьком ноутбуке с трассировкой лучей, друзья. Я понимаю ваше изумление, но послушайте дальше, ребят, послушайте дальше. Вот этот вот экран, знаете, что он может? Во-первых, начнем с того, что это IPS-экран, ребят. IPS, понимаете, да, что это значит? 16,1 дюйм, друзья. Так еще и знаете, сколько здесь герц? Попробуйте догадаться, Марк. Я могу предположить, что не меньше 143. Это 144. Не меньше. 144 герца. 144 герца в этом тоненьком, хорошем ноутбуке. В лучшем. Вы можете настроить всю клавиатуру под себя. А клавиши Hunter поможет вам изменить режим. И, конечно же, одной из важных фишек этого ноутбука — Highlight Capture. Поднесите свой телефон к тачпаду, и ноутбук запишет последние 30 секунд из игры, в которую вы играли, ребят. Вы это слышали, ребят? Еще раз я повторю. Функция Highlight Capture. Если вы подносите свой телефон к тачпаду, ноутбук записывает последние 30 секунд из игры, в которую вы играли. Вы вообще понимаете, о чем сейчас речь? Это вот кнопочка Hunter, ребят.
Ребят, вы сможете клепать свои мувики и показывать своим одногруппникам, либо же... Поверьте мне, это просто нереально, друзья. Да, да, да. Это просто нереально. Ребят, эмоции от владения, от соприкосновения, тактильные ощущения от этого ноутбука просто превосходные, друзья. Это я вам говорю на полной уверенности. Слав, а ты знал, что этот ноутбук можно вводить без пароля по отпечатку пальца? Конечно же знал. Конечно. Да, ребят, вам не послышалось, на этом ноутбуке есть отпечаток пальца за место ввода пароля. Конечно же. Так вот, ребят, давайте чуть-чуть углубимся в подсветку, друзья. Ну, во-первых, я думаю, тут не надо много ничего говорить, тут сразу все видно со стороны, друзья. Балдежная подсветка, просто волшебная, которая не оставит равнодушным просто ни одного человека на этой планете, ребят. Каждый человек, увидев данную подсветку на вашем столе, подойдет и спросит: а что же это за ноутбук? И вы с гордостью ответите: это Honor Hunter V700. Система охлаждения, друзья. Вот она, система охлаждения, друзья. Поверьте мне, охлаждает она у меня уже просто руки холодные. Я такой системы охлаждения еще просто нигде, друзья, не видел. Это просто жесть, это просто жесть. Продолжаем. Вообще, я думаю, ребят, если так чуть-чуть, знаете, издалека подходить, ребят, вы в курсе, что главная проблема ноутбуков – это система охлаждения. Ну, это не про нашу малышку, ребят, она... оснащена новой системой охлаждения White Valley. Теплоотводы Obsidian с 240 ультратонкими панелями, функция самочистки. И, ребята, два турбовентилятора охлаждения игровой зоны кнопок VSD позволят вам полностью погружаться в топовые игры без волнения о том, что что-то может перегреться, друзья. Ничто не перегреется, ребят, с данной системой охлаждения. Поверьте мне на слово. Это просто вершина, ребят, творения. Honor Hunter — это балдеж. Я вам так скажу. Ребята, этот ноутбук создан исключительно для вашего спокойствия, для вашей стабильности в играх. И для вашего комфорта в первую очередь. Это ты сказал красиво, брат. Потому что этот ноутбук имеет все свойства, все характеристики, которые нужны для профессионального геймера. Это очень красиво сейчас сказано с вашей стороны, Марк. И все в точку. Это идеальный вариант для геймера. Одну секунду. Я сейчас просто хочу вам продемонстрировать подсветку, друзья. Ну, хотя я думаю, это, в принципе, можно сделать и так. Посмотрите сюда. Моя никчемная камера не может передать всей красоты этой подсветки. Но я думаю, вот так вот видно, ребят. Чуть-чуть, но видно. Знаете, что это? Ребят, это невероятная круговая подсветка с самыми разными эффектами. И вы можете настроить ее полностью под себя. Перед вами выбор в 16 миллионов цветовых комбинаций, друзья. Все, что хочешь, ты можешь. Как хочешь, ребят, ты можешь менять цвет. Показываю. Слав, у тебя там ноутбук просит чуть-чуть донастроить его. Вот. Ты, наверное, пропустил этот пункт, когда его первый раз настраивал. Конечно, конечно. Я когда играл, я так торопился, что... Ну, ты понимаешь. Да. Так. Понимаете, он просто манит. Тут в этом ноутбуке не донастроек. Не, ну, вы понимаете, о чем я, ребята. Хочется играть постоянно. Это верно, ребят. Этот ноутбук провоцирует тебя сесть и начать играть, потому что такого удовольствия от игры я еще не получал нигде, ребята. Давайте, ребят, подведем небольшие итоги по ноутбуку. Я уже успел поиграть за этой машиной и скажу вам честно, ребята. Игра, точнее игры, точнее мне сейчас звонят, точнее я сейчас брошу. Игры, ребят, он тянет на все 200%. И показывает балдежный FPS в CS-очке. 220+, и это на максимальной графике, ребят. В GTA 5 120+, и это, естественно, тоже на максимальной графике. Вы меня понимаете? А подсветка и система охлаждения делают, ребят, время провождения за ним еще приятней. И все это умещается в 19,9 миллиметров. Вы понимаете? Полный кайф.
К огромному счастью понимаю, Слава, потому что это огромный шаг в сфере ноутбуков, я бы сказал. Вот, это очень круто. Твое здоровье, Марк. Твое здоровье тоже, Слава. И, конечно же, храни Господь Honor Hunter за такие чудесные ноутбуки. Чуть поперхнулся, возможно, ты слышал. Да, аккуратнее с этими орешками, это еще та пара. Да. Ребят, рассказал я, конечно, хорошо, но убедиться вы можете во всем сами. Кликайте по баннеру в описании, ребят, и получайте скидку 20% на предзаказ Honor Hunter V700. А во время шоу-матчей у вас будет возможность выиграть еще больше плюшек благодаря ребятам из Honor. Нужно будет лишь кликать по баннеру и верить в свою удачу, друзья. GLHF. Для тех, кто не в курсе, ребят, у меня будет 4 шоу-матча при поддержке Honor. 4 балдежных шоу-матча, на которых я буду демонстрировать кондиции в Counter-Strike Global Offensive против разных противников. Один, кстати, из этих противников это будет Илья Яцкевич, ребят. Спасибо за внимание. Слава, рекомендую провести твои тренировки перед шоу-матчами на предложенном нами ноутбуком. Естественно, я это сделаю. И я думаю, потому что такого удовольствия от игры на ноутбуке я не получал никогда, дружище. Я тебе так скажу. Именно на этом ноутбуке я буду готовиться ко всем дальнейшим турнирам. Согласен? Я на самом деле всегда задавался вопросом, какой бы ноутбук брать с собой в поездке, чтобы стримить, чтобы играть. Марк, по-моему, возможно, интеграция закончилась. Да? Да. Можно говорить все что угодно. Нет, ну тогда лучше все-таки сказать Honor Hunter. Естественно. Но интеграция все-таки закончилась. Спасибо тебе большое, родненький, блядь. Ебать мою жопу, блядь. Я так чуть-чуть потренировался перед своей интеграцией. Нормально, блядь. Нормально ебанули. Балдёж. Не, реально, ноутбук балдёж, ребят. Бомба, честно говоря. Опа, вообще фисташку ёбну. Слав, какие у тебя обои на ноуте стоят? На вот этом? Да. Синий. Можешь включить, показать? А, не сейчас. Ты спросишь, почему? Ты меня подъебал, да, я слышал, блядь, типа то, что у меня там ничего не настроено, да? Я просто не успел залогиниться. Я забыл пароль и создал сейчас новую учетную запись. Так ты понимаешь. Братан, там есть отпечаток пальца, ты можешь его приложить. У меня изменился. Я долго очень лежал в душе, у меня пальцы размокли. Ты в залупу, короче, прислонил к этой хуйнюшке, да? Да, залупа у меня такая, она, видите, чувствительная, блядь. Сегодня такой рельеф, завтра такой, блядь. Там хуй простышь, короче. Слышь, Слава? Ноутбук хочу купить какой-нибудь. Без проблем, братик. Honor Hunter. Слышал такой? 800. Нет, не слышал. И как, нормальный? Обижаешь. Хуин. Алло. Алло, да. Алло. 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 Зарк, ты отходил за ноутбуком? Ладно, ребят. Да. Ой, блядь. Ладно, пошли, Слава, ноутбук покупай, все пока. Вы уж меня... Квикантик на днюхе ждет. Да, я еду. Вы уж, ребят, меня ради бога извините, то, что я так отсосал в Майнкрафте. Я, правда, не умею играть, но я обещаю, что я научусь, и мы выебем его вана, бля, в ротик. Вот. А, в свою очередь, я желаю ребятам благополучия, реального кайфа, ощущения благодатного восторга от вселенских мероприятий, созидая прекрасный восход завтрашнего. Ебать мою жопу, блядь. Нихуй напернул, блядь. Ребят, всем здоровья, блядь. Кайфуйте от жизни, блядь. Получайте одни удовольствия. Потому что она реально охуенная. Она реально балдежная, блядь. Ну, а если без рофлов, блядь, берегите себя сейчас, время тяжелое, берегите свое здоровье, блядь. Школьные столовки праздные. Ну да, там, блядь, сосиску в тесте, блядь, одну на семерых взяли, ебать, разжуем, блядь. Мне тесто, блядь, пацаны сосиску, блядь, похрумкают, блядь, и все, ёпта. Вот. Берегите маму, берегите себя, пацаны. Берегите кентафариков, бля. Спасибо вам, пацаны, что пришли сегодня. До слез. Да, братан, хорошего тебе вечера, спасибо, тебя. То, что пригласил. Да, сейчас береги кайфану. Себя. А сейчас поеду к фантику, бля. Только начали. Опять бухать, в одно да? место заеду, какой-то ебанулся. Я не пил, чтобы так много года 4, наверное. Да я знаю, я так по фан. Я, блядь, отказался от этой хуйни. Ну и правильно. И вам советую, друзья, отказываться от этой хуйни. Мне конкретно? Мозги лучше стали так работать, согласись. Че, кого рейдим?
Shadow Legend. Иксель. Ой. А Иксель стримит? Да. А. Угу. Тогда естественно, бля. А рейд пошел, нет вообще? Да хуй знает. Да, проводит рейд. Иксель ушел, да? Да. Балдеж, Илюху вообще не жалко зарейдить, бля. Илюху я очень сильно уважаю как человека. И какой бы у него не был мелкий хуй, я ему тысячу раз об этом говорил. На кипише я всегда буду стоять рука об руку, бля. Плечо об плечо, бля. Нога об ногу, блядь. Слава. А у меня большой? Забей. Все, пацаны, я улетел, съебался. Илюхе, от меня большой привет, сердечки ему. Надеюсь, он не расстроился из-за отсоса. Что за футболка? Это футболка Freak Squad. Вот. Freak Squad. Freak Squad. Это... Опоздаешь, давай. У меня можете бустер шопе найти в Инстаграме. Скоро, да, скоро они будут в наличии. Оверсайзовые, рефлективные. Ну и там и фосфорные, блядь. И обычные, и дефолтные, блядь. И балдежные, блядь. Там вообще хуй мне в ноги, блядь. Ебать, осьминоги, блядь. Давай, мужики. Че, ты вырубил, Слава? Не-не, я прожду, пока 3 часа будет во время лайв. А. Число красивое просто. 3 часа всегда лучше, чем 2. Все, парни, все, теперь точно всех обнял, 5 секунд осталось. Я съебался, рейд Илюхи отлетает. Ему привет, сердечки, берегите себя. Отлетает.